Бладсикер Стругвор. Он уникальный гибрид демона и орка, который стал изгоем среди всех живых существ. Умываясь кровью жертв, Бладсикер может заживлять даже самые смертельные раны. Остерегайтесь, глупцы. Если вы бродите в одиночестве, Бладсикер чувствует кровь на большом расстоянии и может видеть вашими глазами. Его безумные и мощные удары оставляют своему врагу безвыходное решение. Либо бежать от него, истекая кровью до самой своей смерти, либо быть разорванным на мелкие кусочки. Жесть, вот это я нагло тут работаю. Есть БМ тоже, да? О, еще и лего. На вставочку. Не, ну это на вставочку, это просто жесть. Как же оно наглеет. А, я понял, почему наглеет. Вот оно что. Стики. Я понял, почему оно наглеет. Но уже поздно понял. Ну я понял, я скорее всего умру. Что за юзанет? А, вот оно что. Я понял. Сори, нет МХ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксенанс, и сегодня у нас новый гайд, но прежде чем мы перейдем к новому гайду, конечно же, вот этих спонсоров хочется выделить, ребятки. Большое вам спасибо за то, что продвигаете, мотивируете и, конечно же, душите своей спонсорской подпиской, также юзаете какие-то прикольные стикеры в чате. Это очень-очень приятно, ребятки, что все-таки моя спонсорка — это актуальная тема. Ребятки, не забывайте про спонсорку, кнопка внизу спонсировать, нажимаете, переходите, смотрите, какая спонсорка вам ближе и, конечно же, юзайте. Если вам нужно, вы подключаете. Если не нужно, то, конечно же, не подключайте. Не забывайте, что спонсоры знают немного больше и видят контент немного раньше. Ребятки, спасибо всем, кто поддерживает. Ну и в целом, сегодня у нас новый гайд. Это значит, что сегодня мы... Ух, как дадим-то! Сегодня у нас новый гайд на нового персонажа. Конечно же, новый персонаж. Это 85-я карта. У нас новый Бладсикер. Ну как новый? Ну, ой, ну ладно вам, чё вы новый? Ну дайте хоть помечтать о новых героях-то, что ж. Ну сегодня у нас, конечно же, Сикер, но не такой старый, как раньше, конечно же, с сайленсом и дамагой, и с пассивкой на отхил. А, конечно же, у нас Сикер-шаман сейчас, которого переделали, и сегодня мы будем его разбирать. Будем разбирать, как работают его способности. Как работает Blood Rage, как работает Blood Ride, как работает у нас Strugur Thirst, и как работает у нас Рептура. Очень интересный герой, очень интересные механики у него тут есть. И сегодня в теории я вам, так сказать, преподнесу все его способности на блюдечке. Главное, не скипайте и понимайте, чтобы не было никаких вопросов. Ну и, конечно же, сегодня также у нас будет интересная практика. Не перематывайте, досматривайте до конца. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Blood Rage. Данная способность весьма специфична, поэтому рекомендую слушать и не скипать. Данная способность позволяет накинуть кровавую какую-то ярость на оппонента, на крипа, на себя, на своего героя какого-то союзного. И тем самым этот крип, герой или на кого вы накинули, будет получать урон больше, наносить урон больше. И в случае, если кого-то он добьет, он захилится от максимального здоровья добитого персонажа в определенной процентовке. Или если его, этого крипа или героя, добьют, то тот, кто его добил, также излечится на определенный процент от максимального его здоровья. То есть, надеюсь, вот эту тему вы понимаете. И сейчас мы будем разбирать несколько фишек, поговорим, конечно же, о уровнях прокачки и будем в целом понимать, что делает эта способность. Хоткей у нас D, прокачали мы данную способность, и дальность применения у нас 800 единиц. Я вот так вот накидываю на Эридара, и, конечно же, видите эффект какой есть, такой кровавой какой-то ярости, он злой сейчас, он будет получать урона больше, но и наносить урона он будет тоже больше. Примечательно, если вы юзаете Blood Rage на какого-нибудь Зевса, и тем самым хотите увеличить его урон, а именно весь урон, так как Blood Rage, что у нас амплификация, об этом чуть позже, вы хотите увеличить урон Зевса с ультимейта, то Blood Rage будет работать на все 100% до радиуса 2200 единиц. Если радиус будет превышен, то будет работать только в половину. Надеюсь, вы это понимаете. Следующий момент. Что такое амплификация? Амплификация — это у нас наш
Blood Rage. У нас Blood Rage дает амплификацию. Напоминаю, что такое амплификация. Это у нас увеличение всего урона, а именно магического, физического и чистого. Но, к сожалению, не отнимание здоровья. Отнимание здоровья — это немного другая тема. Но вы можете увеличить с помощью амплификации весь тип урона. То есть, если вы хотите увеличить ультимейт Лины, ну, урон с ультимейта Лины, да, то есть вы накидываете на нее амплификацию, на определенное количество процентов, в зависимости от уровня прокачки, вы увеличите урон с ее ультимейта. Чистый урон вы увеличите. То есть получается так, амплификация. То есть, надеюсь, вы поняли, что это такое. Хорошо. Далее, смотрите. У нас тут в зависимости от уровня прокачки есть, ну, много чего. То есть процентовка амплификации, потом хил, в зависимости от максимального здоровья оппонента, которого вы добили, или добитого персонажа, на котором висел этот Blood Rage. При этом еще есть своя длительность, свой колдаун. Но нету монокоста. Данная способность не требует монокоста. А это значит, что Сикер, скорее всего, будет на лайне спамить эту способность. И этот Blood Rage, кстати, так сказать, возбуждает стик. Да, возбуждает стик, и стики пополняются. Поэтому против Blood Seeker очень хорошо заходит стик. Следующий момент. Давайте выведем вот такую вот табличку и давайте разбирать. Смотрите, дальность применения 800. Окей. Увеличение урона 25, 30, 35 и 40. То есть на ласт уровне вы можете увеличить урон на 40%. То есть весь урон, который вы будете либо получать, либо наносить, будет увеличен на 40%. Если вы накинули Blood Rage на себя, вы увеличиваете урон по себе на 40%. И также вы наносите урона на 40% больше. Понимаете, да? Хорошо. Следующий момент. Что там у нас написано? Лечение за убийство. В случае, если кто-то был под Blood Rage, как я уже говорил ранее, либо вы, либо на противника вы накинули. Если противник кого-то добивает, находясь под Blood Rage, он начинает выхиливаться в зависимости от количества, максимального количества хитпоинтов врага. То есть, я надеюсь, вы понимаете. А процентовочка у нас такая. 19, 21, 23, 25% от максимального здоровья вы сможете восстановить себе в случае, если добьете какого-то персонажа, находясь под Blood Rage. Или если вы находитесь не под Blood Rage, а он был под Blood Rage, вы также захилитесь. То есть, та цель, ну, вы поняли, короче, я тут уже не буду сильно углубляться. Далее, смотрите, длительность 9, 10, 11 и 12. 9, 10, 11 и 12. Blood Rage может висеть 12 секунд. И при этом КД у нас такой. 12, 10, 8 и 6. Как видите, перезарядка написана 10, но это недостоверная информация. Достоверная информация тут у нас в игре находится. 10, 12, 8 и 6 секунд. То есть получается, Blood Rage висит у нас 12 секунд, а КД шится 6. Ну, образно, давайте в троечку вкачаем, чтобы не пропадала иконочка. И сейчас мы кое-что проверим. Смотрите, мы накинули один раз Blood Rage. Сейчас накинем второй раз Blood Rage. Так как у нас еще идет один эффект, мы можем еще раз его накинуть. Смотрите, у нас теперь два Blood Rage. Раз, первый пропал, и сейчас пропадет второй. И пропадает второй. Все. А это значит, что урон по нам был увеличен в 2 раза. И мы могли наносить тоже в 2 раза. То есть, соответственно, на 35%, то есть 35 плюс 35, это получится 70. На 70% мы больше получали и больше наносим. И также хил у нас также возрастет, то есть Blood Rage стакается. С Октарином можно 3 раза стакнуть. То есть, получается, мы будем наносить не 40, 80, а уже 120. Там буквально у вас будет 2-3 секунды на то, чтобы попробовать заюзать еще раз что-то под этим тройным Blood Rage. То есть вот такая вот фишечка, ребятки. Так что берите на заметочку. Ну и что ж, давайте что-нибудь потестим, как у нас работает Blood Rage. Blood Rage у нас сейчас находится в третьем уровне прокачки, а именно 35% амплификации и 23% хила. Длительность 11 секунд, а КД у нас сейчас 8. Эту способность можно накидывать, смотрите, итем Блацк, итем 230, а, так это же противник. Ну, давайте ЦМ-ку приведем, ЦМ-ка нам нужна. Хорошо, минус итем 230. Хорошо, ЦМ-ка нажимает БКБ. Мы можем на БКБшного своего же юнита накинуть, и, конечно же, произойдет вот такая вот приколюха. Она будет, ну, тут
у нее первый левел ульты, она, смотрите, как уже много урона нанесла. То есть она может в бэке-бэке влететь, то есть с бладрейджем, и вносить очень много урона. Ну, больше нам цемочки не нужна, поэтому пишем вот так вот. Хорошо. Следующий момент, что у нас тут есть. Можно захилить так тавра. На тавра эту способность накинуть нельзя, но вы можете накинуть на крипа. И в случае, если тавр добивает крипа, то, соответственно, тавр захилится от максимального здоровья добитого крипа. Надеюсь, вы это понимаете. Следующий момент. Почему сикеры собирают БМ? Минус итем. Бладе. Минус итем. Бладе ма. Ма. Ну, 122, да, вот так вот вижу там 122. Хорошо, смотрите, накидываем на себя вот такую вот штуку, амплификацию. Два раза накинем себя и посмотрим, как Шеде будет себя убивать. Хорошо. Атакуй. БМ включил, смотрите. Смотрите, как Шеде себя убивает просто. Под этим БМом. А вот сейчас смотрите, как урон наносится. Ну, давайте, допустим, протестили с Бладрейджем. И без Бладрейджа БМ он бить будет, смотрите. Пошло дело. Ой, смотрите, вообще урона нету. Ну, посмотрите просто на это. Вот, мы ударили там 4-5 раз, и у нас снесло вот такое количество хитпоинтов. И сейчас мы будем это проверять на вот таком моменте, что просто наюзаем на себя Бладрейджа и, конечно же, заюзаем БМ. И нас будет ШД атаковать. Смотрите, какая разница. То есть, я думаю, вы понимаете, насколько актуален БМ, то есть все персонажи будут убиваться. А если персонаж убьется, то, соответственно, вы захилитесь. Вот такая вот у нас приколюха. На Линку данная способность у нас работать не будет. И развеять, вроде как написано, можно любым развеянным. Итем диф. Давайте, минус. Итем 2-4-2. То есть, допустим, Бладсикер на себя кидает вот так вот Blood Rage. И вы пытаетесь скинуть. Написано, что может быть развеяно любым развеянием, но не развеивается. Это, соответственно, ложь. То есть, получается, Blood Rage никак не развеять. Вот такая, ребятки, у нас лютая способность. Можете пользоваться как хотите. Можете увеличивать урон со своего Радиенса, со своего БМа, со своего Дагоноса, со своего Этериала. Можете на Зевса союзного накинуть. Можете накинуть там, ну, на кого? Кто еще много урона? Ну, ЦМ-ка образно, да. Можете там на кого еще накинуть? Ну, допустим, на аппарата. Но не забывайте, что дистанция не больше, чем 2200. Иначе урон будет резаться в половину с амплификацией. Вот такая вот у нас первая способность, ребятки. Надеюсь, она вам будет более чем ясна. Она стакается, она увеличивает урон по вам и по оппонентам, когда вы атакуете. И также можно еще и захилиться в случае, если вы кого-то добьете. При этом еще маленький КД и не требуется мана. Вот такая способность. Поехали на следующую способность. Следующая способность на нашем персонаже — это Blood Rite. Blood Rite — это огромная, жесткая такая пентаграмма, огромная АОЕшка, которая будет сайленсить всех, кто вошел в это поле, при этом такая будет там задержка. Ну и, конечно же, данная способность еще нанесет огромное количество чистого урона. И, конечно же, и так вот завис прикольно, когда сворачиваюсь, но это работа моего компа. Еще страшно. И, конечно же, у нас тут есть определенное количество урона, сайленс, длительность. И колдаун у нас, кстати, большой. Монокост у нас всегда неизменный. 100 маны тут у нас есть. И все, давайте разберем доскональнее. Ходки у нас Б. Прокачали данную способность уже. И у нас есть дальность применения. Дальность применения целых 1500 единиц. Огромная дальность применения. То есть на такое расстояние вы можете закинуть это поле. Смотрите, такая пентаграмма. И по окончанию подготовки 2,6 секунд это поле взрывается. При этом после взрыва наносит урон и всех сайленсит. Очень классная тема. Что самое классное, эта способность наносит чистый урон. И это круто, это круто. Очень годно, что эта способность наносит чистый урон через Black King Bar. Эта способность у нас не работает, она не нанесет урона и не нанесет сайленс, вернее, не наложит сайленс. Это, конечно же, немного прискорбно, потому что если чистый урон, он как бы должен работать, да, должен работать, вообще пофиг ему. Но, к сожалению, эта способность не пробивает БКБ, и это плохо. Давайте разбирать более досконально эту способность. Я думаю, по хоткею вы уже поняли, и по применению также вы поняли. Да, еще, кстати, с Blood Rage можно увеличить этот урон, который у нас чистый с поля, и это круто. Давайте, выезжает табличечка и смотрим. Смотрите, дальность применения 1500, радиус действия 600 единиц, то есть вот эта вот АОЕшка составляет у нас 600 единиц, очень большая АОЕшка и годная. Задержка срабатывания 2,6 секунды, то есть через 2,6 секунд эта способность сработает. И она сделает, знаете что? Сделает сайленс, а именно сайленс, длительность сайленса у нас 3, 4, 5 и 6 секунд. Далее нанесет урон
120, 160, 200 и 240. Очень интересная тема. То есть 240 чистого урона на ласт уровне. И, конечно же, сайленс, который у нас будет идти 6 секунд на ласт уровне. Это очень круто. Но это сделано для комбинации, конечно же, с ультимейтом. И это годно. Монокос соточка и перезарядка 29, 26, 23 и 20 секунд. Перезарядка очень большая, но, в принципе, приемлемая. Если вы под Бладрейджем что-то добьете с Бладрайта, то, конечно же, вы захилитесь. Также это будет хил у нас под ради. То есть вы будете хилиться как угодно, то есть вы не нарушаете никакие условия, будучи находясь в Blood Rage, и если вы с Blood Rite также что-то добьете, вы также захилитесь, так что не забывайте эту тему. В общем, вот такая вот у нас приколюха. Очень сильно, кстати, забустит Blood Rage наш Blood Rite, но вот даже вот сейчас вот будем проверять, давайте, окей, проверим, ну, допустим, вот так вот остается, мы еще раз... Кидаем второй раз и смотрите, оп, мы увеличили чистый урон, и у нас уже, смотрите, аппарат чуть ли не умер. Если с двух Blood Rage'ов ему столько нанеслось урона, что жесть. И давайте сейчас разочек просто с пустым, без Blood Rage'а, кастанем Blood Rite. То есть, посмотрите, там вот столько хп отнялось, а сейчас вот столько. То есть, соответственно, чистый урон с амплификацией у нас увеличивается. Вот такая вот тема. Насколько я знаю, этот Silence можно легко снять. Давайте сейчас это проверим. И, конечно же, вот так вот у нас поймает Иридар это сало. И, конечно же, мы его спокойно снимем диффузом. Ну, или Яулом, или Мантой. Чем хотите, можете снимать. Так что вот такая вот у нас, ребятки, вторая простенькая способность. Самая классная фишка, это, конечно, Silence и чистый урон. Я думаю, это в доте ценится. Чистый урон всегда это круто. Ну что ж. Поехали на следующую способность. Итак, ребята, следующая способность на нашем персонаже, это, конечно же, наша пассивка. Наша пассивка позволяет убрать порог скорости передвижения Сикера, конечно же, дать ему МС, дать ему дамаг, в зависимости от потерянных хитпоинтов врагом. Это очень классно. Но тут есть свои нюансы, о которых я сейчас вам буду рассказывать. То есть я даже помню, отдельно делал видосик, где я разгонял Сикера на 1300 МС. Рекомендую посмотреть этот видосик, он будет у нас по ссылке в описании, конечно же. Можете посмотреть этот видос, где мы 1300 МС разгоняли Сикера, это было очень круто. Ну и что ж, давайте разберем эту пассивку поподробнее. Смотрите, по уровням прокачки у нас тут дается МС и, конечно же, дамаг. Смотрите, на ласт уровне 40% МС и 40% дэмэджа плюсом. Это именно самое. Одного героя, сколько вы будете получать, если у него здоровье опустится ниже, чем 25%. Вот такая тема. Запомните, это первый момент. Максимальный бонус, который вы можете получить для Сикера, будет работать только тогда, когда у оппонента опустится здоровье ниже, чем 25%. Ниже, чем 26%. Будет так правильнее, потому что 25, когда уже 25, тогда уже будет работать все. И как нам достигнуть хотя бы какого-то бонуса с этой способности, когда вот все враги наши фуловые? Когда вы с кем-то деретесь или на карте кто-то дерется, то есть это способность глобальная. Если на карте кто-то дерется и ваши враги образно там, ну тот же Мипа, он теряет здоровье и у него здоровье опускается ниже, чем 75%, то далее вы будете получать по чуть-чуть МС и ваш дамаг тоже будет чуть-чуть увеличиваться в зависимости от... потерянных хитпоинтов ниже, чем 75%. То есть для того, чтобы активировать нашу пассивку, враги должны иметь здоровье ниже, чем 75%. И от 75 до 25%, именно вот этот диапазон, и будет давать вам максимальное или минимальное количество МС или атаки. Надеюсь, это вы поняли. То есть смотрите на Слардара, я его сейчас буду бить. И у него здоровье, когда опустится ниже 75%, пассивочка включится. Смотрите, оп, она включилась. То есть какой-то бонус я уже получаю. Я получаю плюс 4 урона, и мой МС стал нестабильным. То есть мой МС уже увеличивается. Далее, если я буду бить его дальше, получается, я наношу ему урон и попадаю в диапазон между 75 и 25% здоровья. Я сейчас где-то примерно вот здесь, и, соответственно, за вот этот диапазон, за его недостаток в 50% хитпоинтов, я получаю бонус. Бонус я получаю уже в
половину. У меня пассивка сейчас в тройку. И, конечно же, максимальное значение, которое я могу получить с этого слардара, это, конечно же, 15 урона на данный момент. И это круто. И если я сейчас опущу мой хитпоинт еще ниже, смотрите, я постоянно накапливаю. То есть, чем меньше здоровья, тем больше МС-а и больше, больше дамага я получаю, хотел сказать, АС уже. То есть, вот такая приколюха. И давайте еще... Айсееде от пиопли. Вот так вот напишем и попробуем развидеть этого лохэпового слардара, когда мы вот здесь будем находиться. Как видите, слардар у нас находится подвиженным. И это вот, смотрите, сигнализирует о том, у нас пассивочка, что мы будем сейчас видеть слардара, где бы он ни находился. При этом, если даже он уйдет в инвиз, мы сможем спокойно его там видеть. Давайте нанесем ему еще одну тычку и сейчас купим на него Silver Edge. Минус итем. Итем силвер. Хорошо. И зайдем в лотар. Как видите, он под воздействием трусайда. На нем висит этот дуст. И, конечно же, если он атакует, он отключает сикеру эту пассивку. Посмотрите, он отключил сикеру пассивку. И, конечно же, на некоторое время был в невидимости. Вот такая вот приколюха. Самое классное, что мне нравится, что эта пассивка, конечно же, дает, во-первых, трусайд. И, во-вторых, вы можете видеть всех, кто на карте. Но только при том моменте, что у оппонентов должны быть здоровье ниже 26%, когда 25% уже вы сможете видеть. Вот такая вот у нас тема. Вот так работает у нас пассивка. При этом эта пассивка складывается. То есть я не мог это не сказать, но это вы все прекрасно понимаете. Все, кто смотрит мои гайды, все, кто не новички, вы все знаете, что пассивка складывается. То есть, соответственно, я буду, допустим, там, ну вот я виспа побью там, я побью... кого-нибудь еще. Там вот я слардара побью, виспа побью. Смотрите на мой дамаг. То есть мой дамаг сейчас возрастет. То есть, опа, уже там 37 халявный, уже 42. Сейчас и редара чуть-чуть побьем. Это не считая того, что я уже очень хорошо апнул МС. Посмотрите. То есть, как я сейчас двигаюсь. А давайте еще ниже опустим. Ниже 26% опустим. Смотрите, как я сейчас двигаюсь. Ну, двигаюсь, по-моему, так же, да? Но уже дамага очень... очень хороша. То есть, смотрите, как я сейчас двигаюсь. И сейчас я возьму за ресторию их. И, как видите, передвигаюсь уже медленно. То есть, вот такая вот у нас тема. Чем ниже здоровье, тем больше бонуса вы получаете. В совокупности вы можете получить бонус с 9 героев. Ведь мипа у нас тут есть, да? И получается, что дамаг максимальный ИМС вы можете свой нарастить. То есть, смотрите, табличка по дамагу выезжает. Один герой, два героя, три, четыре, пять и 9 героев. То есть, если там еще и мипа, то вы можете получить 360 халявного урона при условии, если здоровье будет меньше 26%. То есть, вот такая вот у нас тема. Ну и давайте классическую табличку выдвинем. Смотрите, что у нас тут есть. Дальность применения глобальная, вы уже это поняли, я это рассказал. Далее, порог включения. Смотрите, порог включения — это то, о чем я вам говорил. То есть, вот если слардар фуловый, он ничего нам не дает. Но когда у него здоровье становится ниже, чем 75, то, конечно же, пассивочка начинает по чуть активироваться, возбуждаться. И, конечно же, вы даете сикеру МС и дамаг. Следующее, порог здоровья для видимости 25%. Когда юниты будут находиться в лоу хп, вы будете видеть их по карте везде, где бы они ни находились. И при этом видеть также будете еще и невидимых. Это тоже очень хорошо. И очень хорошо это контрит сларка. Следующий момент. Максимальный бонус скорости движения за каждого героя. 10, 20, 30 и 40%. То есть на 40% МС у вас может увеличиться при максимальном стаке. Максимальный стак у нас... активируется в тот момент, когда у юнита здоровье ниже 26%. То есть максимально с одного героя 40% МС вы получите. Следующее. Максимальный бонус урона за каждого героя. 10, 20, 30, 40. И 40 урона вы также получите при максимальном стаке. А именно, если у оппонента будет здоровье ниже, чем 26%. То есть, получается, когда 25, уже... ну, вы понимаете все. То есть, эту тему я всю уже рассказал. Silver Edge я показал. БКБшка не блокирует. Развеять эту тему невозможно. Только можно вылечиться. Если вы вылечитесь, соответственно, сикер вас видеть не будет. И все. Вот такая вот у нас грозная пассивка на сикере, которая не позволяет никому уйти от сикера по карте. Сикер будет очень быстрый и очень хорошо будет догонять. Не забудьте про то видео, которое я, конечно же...
Оставлю ссылки в описании, там вы увидите сикеров МС 1300 единиц. Это очень большой такой приятный видосик и, конечно же, очень быстрый бладсикер. Рекомендую к просмотру. Ну а мы пойдем на следующую способность и сейчас будем разбирать Рептуру. Поехали! Итак, ребята, следующая способность у нас это Рептура. Это у нас основная способность, это наш ультимейт. И, конечно же, эта способность очень лютая. У нее большая длительность и она может нанести очень большое количество урона. При этом у нас еще такой средненький колдаун. Но, так сказать, контрится эта способность легко. Я сейчас все это, в принципе, расскажу вам. Ходки у нас R, дальность применения этой способности 1000 единиц. Давайте закинем на оппонента и посмотрим, что она у нас будет делать. У нас тут какие-то процентовочки, это значит, что это хорошо. Закидываем на оппоненту, дуальность применения большая, идет такая анимация, и вот такой вот эффект был кровавый, и у нас Лордар передвигается и получает урон, смотрите, как тык-тык-тык-тык-тык получается, и когда он остановится, он урон не получает, соответственно, под ультимейтом Сикера лучше не бегать, иначе вы получите много урона. Урон, который получает Лордар, он у нас в зависимости от уровня прокачки будет увеличиваться. То есть у нас тут идет подсчет процентов от пройденной дистанции. И тот процент пройденной дистанции, который у нас тут указан, допустим, на первом левеле это 20% от пройденной дистанции, превращается в урон и, соответственно, наносится Слардару. Наносится чистый урон. Ультимейт Сикера в этой карте 85 это чистый урон. И это очень-очень жестко. Что самое интересное, то под первой Рептурой у нас можно накидывать на себя хил и, в принципе, спокойно передвигаться. Это очень немного непонятная тема, почему так сделано, но, наверное, это так и надо. Давайте закинем ультимейт в второй левел и посмотрим, как у нас эта вся тема будет работать. Я закидываю хил, и хил сразу же сбивается. То есть Рептура первого левела может позволить хилиться оппоненту во время передвижения, но второго левела уже не позволяет. Это такая мелкая вам фишечка, и посмотрите, какая разница. Слардар у нас побегал, и получается урона получил намного больше. Еще самое классное, эта способность у нас вешается через БКБ даже. Вот юнит у нас бежит вот так вот, а мы через БКБ накинули эту способность, и через БКБ урон наносится. Так как это чистый урон, соответственно, пофиг на Блэкинг Бар, и вот так Эридар чуть ли у нас тут не умирает. Снять этот ультимейт невозможно. Вот диффузами вы никак не скинете Рептуру. И единственный вариант, как законтрить можно Рептуру, это, конечно же, если Сикер закинет ее случайно в линку, либо же законтрить ее телепортом. Просто Рептура контрится телепортом. Вот такая вот у нас, ребятки, тема. Очень жесткий ультимейт, я считаю, что он классный, но раньше он был, мне кажется, лучше, потому что он наносил какой-то инициал дэмэдж, а потом, конечно же, дэмэдж еще и наносило, если персонаж двигался. Так что вот такая приколюха. Не работает у нас тут аганим, аганима на сикере у нас тут нету, поэтому вот так вот. Ну давайте проверим даже ИТМ 300, потому что иногда бывают скрытые какие-то дефекты в карте. И нет, аганима все-таки тут нету. Это как на Тускаре, знаете, пока аганим не возьмешь, типа работать не будет. То есть нету даже надписи, поэтому стоит проверить. Следующий момент, какой нам нужно разобрать. Выезжает табличка, и смотрите, дальность применения 1000, это мы уже разобрали. Урон при передвижении 20, 40 и 60% от пройденной дистанции на ласт уровне. Колдаун у нас большой, 60 секунд, но как большой? По меркам доты это маленький колдаун. Длительность 12 секунд, это классно. 12 секунд оппонент вынужден стоять на месте. Даже просто в комбинации вы накидываете Рептуру, накидываете на себя, конечно же, еще и Blood Rage, и урон вообще лютый под амплификацией. Вы посмотрите просто Слардар. Давайте, знаете, что сделаем? Замерим тему и сейчас посмотрим, как у нас будет работать тема под Blood Rage и как будет работать у нас без Blood Rage. Но давайте сначала добьем табличку и поговорим о ней еще. Требуется маны для того, чтобы заюзать Рептуру. 150, 200 и 250 маны. Это, в принципе, приемлемо. 250 маны на Сикере, это будет не проблема. Он у нас шаман, он у нас имеет много интеллекта, и это очень-очень круто. Любое движение, которое будет провоцировать срабатывание Рептуры, у нас будет засчитываться. То есть геомагнетик, то есть союзник, если потянет, если пуч потянет, если венга свапнет, если там глимпсанет кто-то, то это считается передвижением. Блинк антимага это тоже передвижение. И, соответственно, Рептура нанесет урон. Причем нанесет чистой темой. Ну что ж, давайте сделаем небольшой марафончик и посмотрим, сколько Слардар у нас получит дамаги под передвижением, так сказать, с Blood Rage и без Blood Rage. Давайте сделаем, наверное, вот так вот. Вот сюда поставим Виспа и вот здесь вот поставим Иридара. И посмотрим, сколько у нас Слардар получит урона, добежав
от сюда до туда, например, с Blood Rage и без. Давайте сначала без Blood Rage. Побежал Слардар у нас вот сюда, бежим, не меняем какой-то этот... Ну как, не меняем, короче, вот это расстояние, просто бежим и все. Туда-обратно у нас получается почти все хитпоинты. Ушли, 250 хп у нас осталось. И давайте теперь с Blood Rage. Я думаю, можно будет даже 2 Blood Rage накинуть и накидываем Раптуру. И поехал Слардар у нас, смотрите. Хватит ли нам здоровья дойти хотя бы обратно? Слардар даже до туда не может дойти уже. То есть он еле-еле до сюда дошел. И это с двумя Blood Rage'ами. Это очень жестко. То есть вы увеличиваете урон с Раптуры Blood Rage'ом. Это реально годно. То есть получается наша дистанция прохождения. Вот что я пытался там сказать. Как же мне не хватает моего языка прекрасного. Бла-бла-бла-бла-бла. Вот. И мы с помощью Blood Rage'а увеличили... дистанцию, то есть прохождение. То есть Слардар не сможет больше пройти под Blood Rage'ем, то есть вы накинули и все. Ну и, конечно, в совокупности со всей комбинацией огромное количество урона можно нанести. Вот такая вот, ребятки, у нас сегодня получилась теория. Надеюсь, она вам понравилась. Надеюсь, Сикер вам теперь более чем понятен. И, конечно же, ребятки, сейчас мы с вами поиграем в доту, поиграем практику интересную, сыграем сикером в дамаг, сыграем секретную катку, тут наконец-таки будет секретная катка. Я сыграю в дефолтном билде на сикере, дефолтный билд у меня идет через Radiance и, конечно же, просто постараюсь чем-нибудь вас порадовать, как обычно. Спасибо, что смотрите. Поставьте лайк, пожалуйста, реально. Я уже просто устаю каждое видео говорить, что ставьте лайк, там, ну, хотя бы за гайды. Гайды требуют очень большое количество времени, подготовки. И в целом работа очень трудоемкая. Для меня это 15-20 и выше часов работы, а для вас это секунда, чтобы поставить лайк и попытаться продвинуть мой гайд куда-то выше, чтобы его заметили ребята и учились, и смотрели, и нравилось, чтобы мой канал дальше работал, действовал так, как он сейчас в данный момент действует. Так что поэтому, ребятки, всем спасибо за поддержку, спасибо, кто смотрит, спасибо, кто продвигает в финансовом плане, помогает покупать девайсы. И, в принципе, все. Пожелаю всем приятного просмотра. Досматривайте практику до конца. Не забывайте про то, что у нас будет видео еще в описании про сикера 1300 МС. И, конечно же, погнали, ребятки. Поехали смотреть интересную практику. Так, ребята, загрузилась у нас первая катка на БС. И сейчас мы пойдем, по моему мнению, как по дефолту. Дефолтная катка будет. Сразу же возьмем центральную, забаним какой-нибудь жесткий контрпик, чтобы нас не задушивали. Давайте забаним Бару, чтобы он не бегал за нами и было все по кайфу. Вообще, Сикер такой уязвимый персонаж к прокастам, ко всяким таким контролям. И тяжеловато на нем передвигаться, допустим, в драках каких-то, когда там на тебя, например, напрыгивает Тини и дает тебе прокаст, у тебя уже нет ХП. И ты не можешь драться. Поэтому как бы тяжело. Тяжело. Вот, кстати, Лего тоже будет очень неприятным персонажем против БСа, потому что он сможет просто прыгнуть на БСа и драться с ним и убить его с руки. У него, как правило, будет намного лучше отхил, а на нас еще будет навешена амплификация. Пуч тоже, кстати, неприятный персонаж против БСа. Но будем что-то придумывать. Будем придумывать. Что у нас еще там неприятно против БСа? БС, в принципе... Все, что дает какой-то мощный прокаст, БС не терпит. Но если немного перефарма есть, то там какой-нибудь БМчик или еще БКБшечка, то можно, в принципе, как-то драться. Так что вот такой вот смысл. Такой смысл. А поподробнее вы можете узнать, конечно же, о контрпиках персонажа, да, на моем канале. Опа, подъехала рекламочка своего же канала. Да, пишу видосы по контрпику еще. Так что заходите, смотрите, какие там есть у нас видосы по контрпику. Если что, что-то дополняйте в комментариях и пишите, на кого еще сделать по контрпику. Друзья, там, враги, корм для героя. Так что такая тема. Так, вот Клок тоже, кстати, жесткая контра. Ну, короче, смысл такой в этой игре, ребят. Главная задача у нас — это отлично отстоять центральную. Это максимально главная задача. Выйти с артефактами, с очень хорошими, с центра. Это первый момент. И второй момент, что нам нужно сделать. Это если, я не уверен в команде, это не гангать и дальше фармить мид. Либо если уверен в команде, то работать на команду. Потому что вот у меня была прошлая игра, я пытался работать на команду, но, к сожалению, команды не было. И в итоге каждый мой ганг приводил к фиду. И в итоге я вернулся на центральную. Когда с центра вышел 5-0, я пришел на 5-4. То есть я 4 раза пытался нормально прогангать. Но, к сожалению,
не удалось. И поэтому я был в большом минусе. Поэтому важно понимать, когда тебе нужно идти в ганг, когда не нужно идти в ганг. И когда нужно стоять центральный. Если играть от ТП, знаете, образно там подроумливать, и вы увидите, что там под тавр душанули, короче, то желательно, конечно, залететь с телепортом и раздушить всех. Но если просто идти в лоб, конечно, намного тяжелее, потому что команда может не нажать кнопочки, и вы можете быть в проигрышном положении. Так, в общем, по дефолтному закупу, конечно, вот так беремся. У нас сейчас первая катка, дефолт, сейчас будем собирать радиенсы, фазы, БКБхи и всякую прочую тему. Просто по списочку. Но, если что, посмотрим еще, что по макре нужно будет нам собрать. Там, вот я вижу МКБ, возможно, надо будет. БКБ 100%, против Пуджа Линка, возможно. То есть, тут уже слишком много артефактов, которые нужно собирать 100%. То есть, Линка 100%. Вообще там 200%, потому что там два героя даже. Потом БКБ-ха, это от Клока 100%, потому что Клок герой, который будет напрягать. И далее, что у нас там еще? Ну, в принципе, МКБ-ха от поля. МКБ-ха. Ноль армора. Вы видели такого гнола с армором в 0 единиц? Прикольно. Баланс доты, кстати. Сам по себе герой слабенький. Ноль армора. О. Пацани, я ничего против вас не имею, вы, конечно, молодцы, но мне кажется, я покруче. А, я понял. Да подойдишь ко мне, кто-нибудь, подойдите. Вообще пофиг, пацанам, вообще пофиг. Ко мне подойдите, дайте уйти от Флакса. Жесть, просто суицид. Я думал, я тут выживу, а там этот чувачок на зете бежит и убивает. Вот сейчас подблочить бы этого вивера, да вот назло. Мне нужно было к виверу подойти и стоять рядом с ним, получается. Я поле качнул, ребятки, чтобы думал откинуться. Как-то, но не удалось. Что ты хочешь? У тебя ноль армора. Ты плаг скидаешь, я понял. Молодец. А я такое кину тоже. Ужас какой-то. Что с этим зетом? У меня левела ниже, конечно, сейчас. И я не могу захилиться. Господи, он меня просто тычкует. Такое ощущение, будто это гыр-гыр на миду. Он тоже так, у него тупая стратегия, просто бить и все. Я, кстати, могу умереть сейчас. А нет, гнол, походу, умрет, да? Так, сделаем. Хорошо. Да, таких лоу хп стоит парень, он не боится. Главное, не боится. Ну и правильно делает. Жалко, что я без пассивки. Стоит на лоу хп, не боится вообще ничего. Надо отрегениваться. Тычкуй, тычкуй меня. Да, Плакс опять закидывает. Понимает, что ничего не могу ему сделать. Но я сейчас его убью, мне кажется. Нет, не убью. Очень нагло стоит он. Ну, у него сколько там? 50 маны, да? Сейчас сапог придет, я заберу его под тэшку, прям зайду. Хорошо. Очень важно понимать, когда вам нужно закидывать Blood Rage, а когда не нужно. Потому что, видите, он меня тычкует. Тычкует очень много, и я очень много теряю, на самом деле, с этих тычек. Но он стоит уверенно, не могу сейчас напасть на него. Под тэшку я не побегу, нет смысла. То, что он лоу хп стоит, это даже хорошо. Опять флаг закинул. О, обходят, да? Это минус. Хорошо. Придется тут в обход идти. Или нет? Дай пройти, да? Хорошо. Лёрик, вышел мид пофармить, типа я не справляюсь, такой смотрит. Ой, Криса. Хорошо, ладно. Ну, пойдет. Что, такой-то агрессивный мидер, да, стоит? Если я его заберу, будет очень хорошо. Нет. Крипы. Печально. Что-то вообще жесть, какой-то мид страшный. Ладно, пойдет.
Главное, забрали еще. Дополнительно фазы есть, сейчас будет поинтереснее, повеселее. А Зет уступил, мид, типа, думает, что... Че он ушел? Вообще не понимает, что происходит. Ладно, два раза сфидели, это нормально, пацаны. Это нормально, погнали. Погнали. Немного нам хук пуджа, кстати, испоганил. Я вкачал поле. Из-за поля немного проблематичнее было. Проблематичнее мид стоять. Пассивочка не вкачана. Оп, хорошо. ХПшки слили, главное, пацаны, еще. На стрейфах поработаем. Стики есть, парень понимает, что нужно делать. На шестом левеле попробуем забрать его. Ну, под тэшкой, конечно, не заберем, но... Все, там регенится, пацан. Регенится. Зет ушел, короче, другую линию фармить. В рейдбендик сделаем. Ой, что это, я контроль потерял. Нажимаю единицу, не нажимается. Это новая клавиатура называется. Мне даже кажется, я хуже стал контролить из-за новой клавы. Честно. Тяжеловато. Плюс дополнительный звук появился на записях. Жесть. Люто контроль потерял. Лютейше. Еще и мышка. Мышки контроль, если теряешь. Мало того, что клаву теряешь, так еще и мышки контроль. Это вообще гиги. Ладно, нам тут дают пул фри. 4 минута, 25 крипов, в принципе, в 50 должны залезть. Лок. О, нет, я понял. Кто там идет? Этот. Абракадабрович. Че хочешь? Хорошо. Пусть выйдет с подтэшки. Накидаю на него. Топ ломают. Абракадабрович. Так, хорошо. Фармим. Ты меня тычкуешь, господи. Я тоже тебя побью, давай. А, тут вон оно что. Засада. Клокер. Клокер тут, оказывается. Вдвоем стоят на миду, пацаны. Мы с Тамарой ходим парой, да, знаете, есть такое. Моросилка. Ну, не могу забрать из-за этого, да? Хорош, еще хп просадил. По идее, с одной тычки убить должен. Ну, еще и лего, и там мне флакс опять накинули. Ну, сколько? Да, я все равно бы не ушел бы, там еще и клок. Что-то тяжелый мид, прям вообще жесть. Тяжело, прям потею. Прям потею, приходится потеть, думать что-то. Ну, 0-4 мидеры. В принципе, я 3-3, потому что им приходят, помогают еще, забирают. Но лего еще пришел, лего 5 левел был. Ладно, пойдет. Но клок еще в миду тусуется у вас. Пустые линии, надеюсь, вы фармите. Вот так напишем, потому что это жесть какая-то. Хорошо. Давай побьем его, что ли. Я раскачиваю пассивку, короче, на бейсе. Потом раскачиваю второй. Очень хороша дамага потом идет. Не получится. Еще флакс. Хорошо. Флакс контрится подходом к кому-нибудь. Сейчас БМ надо. Мне кажется, этот Зет ливнет. Что-то подсказывает. Ребята фармят боковые линии. Надеюсь, там огонек у них. Но я наконец-таки не сфидил. Ему не помогли. Соло на соло. Сейчас будет клок начинать меня душить еще. У него есть 6-й левел. Нужно будет не кидать на себя амплификацию. Обязан буду не кидать на себя амплификацию. Ля, сразу сходу кидает. Что делает браконьер? Нужно будет просто разбить когу и выйти. Ну,
Вот так сделал. Сходу разбивать когу и убивать. Сейчас на девятом нападем, чтобы посильнее спел был, надо сделать. Хорошо. Ты будешь поближе подходить? Он еще и пытается ластхитить, господи. Думаешь, шансы ластхитить есть? Нету шанса, братан, фиг по КД есть. Хорошо, стики заполнил мне еще. Кто там идет? Он клок идет. Надо подрегениться. Там на топе кто-то еще. 40 урона есть. Стоим, фармим все, огонек, ребята. Бродсворд. По кнопке Б. Можно накинуть амплификацию. Сейчас ударит посильнее и захилится. Хорошо. Ой-ой-ой, да там вообще фулл ганг, там еще кто-то шел. Хорошо, что у него не было 6-го левела. Потому что он меня просто сжирает. Так, клок, хукшот просрал. Хукшот он просрал. Отстань. Ля, меня душит. Душит прям. Я убегать буду. Пойдет. Что-то вообще прям они не любят меня. Вы меня не любите. Пацаны, вы меня не любите. Что за хейт? Жесть. Просто бегут все на мид. За 10 минут все на миду побывали. Ужас какой-то. Ну, хоть БМ есть. Это радует. Ну, я думаю, с таким фармом мне радикул. Радикус дадут. Давайте в наглую. Хорошо. БМ на всякий случай. Мало ли хук пуджа будет, чтобы я заранее продамажил. Многоходовочка. Жесть. 0-7. Z постоял в миду, парень. Поэтому, наверное, меня пытаются загангать. Так, сколько у меня? 59 крипов. Очень мало крипов, ребятки. Я столько крипов просто отпустил. Я вообще не ластхичу. Я вот, видите, просто так разбазариваю и все. Но, типа, 60 крипов. Плохо. Плохой фрифарм был. Ну, как бы, фрифарм хороший, я плохо ластхитил. Старайтесь, ребят, за каждого крипа цепляться. Ясно, лотарщик, да? Еще и пуч ультанул. Но я хотя бы не сфидил... Не сфидил под дуэлькой. Лотарщик на легионе, я понял. Лего тоже хейтер какой-то, да? 6. Я так и, наверное, блин, если бы я выкладывал эти катки отдельно, я бы назвал. Я и 5 хейтеров в ВС, отвечаю. Ну, потому что по-другому никак. Просто все идут. Вот посмотрите, внизу ЕС фрифармит, Сало. Вивер там наверху. Пофиг, главное ВС убить. Вообще кайф. Ладно. Значит, так надо. Молодцы они. Сейчас Зета еще раз убью, буду доволен. Он пешком идет, даже не юзает эту ТП-шку. Сейчас на топ, наверное, пойду. Ну, на топ, там Рудги еще убьем. У Джей всяких. Не успею. Двинется на базе, сдохнет. Эх, не двинулся. Стоит. Жалко, надо было раньше ульту кинуть. Я что-то зафокушен был. Именно внимание у меня было на этом. На чуваке, который выбегает из поля. Печалька, ребят. Ну, я виноват. Я виноват. Так, большая дистанция. Я подойду. Лакса. Ты тогда не подошел, а я подойду. Мне не сложно. Так, ну что ж, будет тут где-нибудь браконьер вылазить? БМ держу на готове. И теперь ластхитим. Союзники подошли. Плюс 100 к ластхиту.
Так, где там Лиджи Джон? Погнали на низ, что ли, ребята? А, вот он. А, ну там рез, да? Рез, хорошо. Там рез. Вот этого пацана хочу захейтить. Легиону надо хп слить. А, все, поздно. Плакс. Жесть, как душит. Кто тпхнулся? Пуч? Или он не тпхнулся? Этот тоже в таверну. С чистого урона умрет. Хорошо. А даже, походу, без интриги катка будет. Хотя Лего меня убивает, да? Дамагу собирает еще. Криса. Команда хорошая попалась, более-менее. Пока меня в миду чпокали. Я еще что-то делаю. Пойдет. Пойдет. Класс у нас отхил с Лерика будет. Все-таки, ребята, то, что меня гангали, воспользовались этим. И сейчас по кайфу играть. Понимаю, что все-таки не зря я в миду дох. И ребята все-таки что-то имеют. Леорик, Армлет. Знаете, не просто так, что Леорик там в лесу стоял, колотил АФКшу. Хорошо. Ребята там зря, мне кажется, прыгнули. Я в мид пойду. Люкантропу. Ультимейт закидывать. Монетка. Гоу. Перебаф. Подбафываем себя сразу, ребята. Накидываем. О, побежишь, да? Далеко убежишь? Далеко убежишь, интересно. Жесткая контра. Если ТПшки нету, как же тяжело, ребят. Я не завидую этому Люкантропу. Жесть. Так, ну что, я и 4 хейтера, да, каточка называется? Давайте ее называть так. Инвиз мне не нужен. Я и 4 хейтера. Так, вот это зря я себя бафаю на самом деле. Давайте быстро заберем, уйдем. ПМ включаем, мало ли что. Желательно на лайне просто так себя не бафайте. Бафайте себя тогда, когда вы хотите зафармить крипов. То есть в такой игре именно я не рекомендую бафать себя. Потому что вы можете не уследить, там пуш вас выхукает и все, и гг. Пофармить лесочек тоже очень опасно на самом деле. То есть трилли. Вот тут нужно понимать, когда кидать на себя амплификацию. Ведь когда вы на себя амплификацию кидаете, вы становитесь слабее по получению урона. Но единственное, вы наносите так же. То есть, ну, Легиону я не думаю, что... О, видели, кто-то был? Наверное, Лего. Лего в лес перебегает сейчас, наверное. Ага, руна резонс. Да-да-да, в инвизе. Все, слышал, дорогой, понял. Быстренько тогда вот тут забираем. Быстренько забираем вот это. Все, и прячемся. Услышал, дорогой. Услышал, любимый. Хорошо, стоим под тэшкой, почилим. Я, в принципе, убиваю его. Я считаю. Давайте аквилу выключим, чтобы не палиться. В принципе, я его убиваю. Я думаю. А сейчас с радиком-то тем более. Еще бы нет. Все, let's go. В лес смело. Мне кажется, с радиенсом даже без БМа, мне кажется, я его убиваю. Где это тут? Вылазь. Где-то, наверное, фармит. Изи кэмп, наверное, какой-нибудь. Или нет? Нет, не фармит. Внизу. Зет вышел погулять. Да, вон Лего, видите? Ну, это читабельно, ребятки, читабельно. Чё там, ТПшка есть, дорогой мой? Давай, погнали, ТПшься. Поздно уже. Просто фит-контора, короче. Как говорится, как договаривались, да? Так, ну что, надо на топ ТПшиться, ребят. Надо ж на вставочку что-то сделать. А, нет, на вставочку, походу, нифига не будет сегодня. Блин, надо было ТПшиться. Кто знал? Го. Не дает кинуть. Дай фиссуру, брат. Да не кидает, ты посмотри. О, кинул. Хорошо. Давай. Знал, что он тут. Начали, видели, как поднимается дамаг? Значит, кто-то получает урон. А на карте никто не дерется, соответственно, он стоит в инвизе здесь. Дамаг поднимается. Оп, хорошо.
Че, линку next там, я думаю. Полезно будет. Вот так вот. Многоходовочки, ребятки. Дамага поднимается. Скилл улучшается. Хорошо. Я линку буду делать next там, ребят. То есть от легиона прям само то. БКБ-ха тут не нужна пока что. БКБ-ха пока что не нужна. Жесть, там 0.11 парень на зете. 0.11 на миду постоял. Так, есть арба. 150 урона, просто так. Но слиорик грозный какой-то. Ой, жесть. Так, ну, сейчас у нас на самом деле максимальная фарм-контора идет. Вот так делаем, отходим. Если что, пятерку нажимаем. Есть. И под двумя амплификациями с БМ, мне кажется, я любого убиваю сейчас. Леорика пинают там, да? О, хорошая руна. Мне кажется, запинают, да, Леорика? Да, запинают. Но я пойду. Мне кажется, я заберу там всех. Вот так делаем. Отзоним его оттуда. Не отзонили. Чалька. Ну, с Радика запилим. Жесть, вот это я нагло тут работаю. Есть БМ тоже, да? О, еще и Лего. На вставочку. Не, ну это на вставочку. Это просто жесть. Задушено. Ужас. А че не хилишься? Хилься на бейсе. Сразу 3 фп. Жестко. Раскайчено, разбайчено. А, я там вообще даже думал, бить не бить в БМ. Но по идее я перехиливаюсь. Смотря насколько сильная тычка будет. Жесть. Это жестко. Так, линка есть. Линка, молнию можно будет и обиссал сюда. Из БКБхи. Хоть там и БМ, и не знаю, почему Клок не нажал под пьер дамагу БМ. Но видели, как они с Радиенса захопались? Жесть как. Хорошо. Не забывайте, что у нас тут еще и спешл катка будет. Специали, как говорится. Интересная специальная катка. Посмотрите, Леорика убивают. Или Леорик убивает, пока непонятно. Леорик или Леорика убивают. Уджа там убили еще. Хорошо, гол легиона задушим. Ну я бегу. Лок, лоу хп. Эх. Почти. Почти засейвил пацана. Жестко получилось. Давайте тэшку сломаем, наверное. Закинем их в деф вечный. Погнали. Аквилу включаем на пуш. Тэшка, правда, тут полудохлая, но ничего. Можно ХГ побить даже, думаю. Блин, там пудж живой. А, ну у меня линка, в принципе. Видели, кстати, пудж, когда я заходил на ХГ, как он сильно хапал под амплификацией, убегая в раптуре. Очень жестко. Очень жестко получал урон. Так, я дальше не пойду. Нет. Уйду. Не стоит оно того. Не стоит оно того. Лего, кстати, апается по урону. Как-то камбэкнет, может, еще. Там ребята жестко порасфидели. Как я в прошлой катке прям. У нас Рикимару в команде был 1-6-3. На 30-й минуте. Просто ничего не делал. Максимально. Так, ну молнию я хочу. Без молнии никуда. Без молнии никуда. Этого пацана тогда. Ух,
Вот это я зашел в ХГ. Молния есть? О, щит. Дайте жить. А, жесть. И... Но, по идее, меня сейчас заруинил этот парень на ЕС, да? Я не захилился. Выйди, да? Спарка, бахни. Хорошо, спарка, бахни. Знаете, такой напиток раньше был. Жесть. Не, нормально, ЕС все-таки перевернул. Я думал, я сдохну сейчас. Давайте захилимся. Хорошо. Второй кидаем, чтобы большой хил был. Хорошо. Через руну можно и через лес. И куру в магазик направить. У нас уже молния есть. Это первый билд такой фаново-дефолтный. Ну, тут, видите, БМ в принципе... Ой, БМ. БКБХ в принципе можно. Ну и... БМов там не сильно много. Хорошо. Есть, молния имеется. Можно, знаете, что еще собрать сейчас будет? Что-то на жир. Что-то на жир, типа, даже может быть скади дополнительно. Но вообще лучше что-то в жир в любом случае сделать. Хотя бы что-то. Потому что дополнительные хитпоинты для того, чтобы жить и дамажить, они прям, ну, очень хорошо заходят. Очень хорошо. Че, в наглую пойдем дальше, наверное. Лего, Лотар, молния. Всю фигню насобирал. Все, что можно и нельзя. Хорошо. Дуэль дает. Не потянешь. Ля, потянул. Нифига себе. Ля, какой у меня МС. Побежали душить. Побежали душить. Рутгис. А, вон он, Рутгис. Ну, типа, сори. Сори. Надо тэшку сломать им, наверное. Меду. Блин, а нет? Ну, го, попробуем. Ребята дерутся. Я фармлю чуть-чуть, почуть. Можно вообще по КД драться. Сейчас молния есть, вообще пофиг на все будет. Можно в 1-5 залетать и на вставочку душить. Но это на вставочку. Тэшку ломай. Амплификацию по КД можно вешать сейчас. Под БМом, под молнией вообще столько урона будет. Хорошо. Но тэшку, я думаю, сломаю. Даже мид, наверное, сломаем. Да, сломаем. Хорошо. Промах, промах, промах. Вивер, нет. Дай, убиват. Убиват. И этого туда же хочу. Хорошо. Но рампаги не будет тут. Тут я умираю 100%. Тут клок. С БМом за контри. Да, была бы БКБ, другое дело было бы, согласитесь. В принципе, можно сделать БКБ, я думаю, рампейдж можно будет реально тут сделать. Ребята дефятся. Клок сейчас очень много золота получит. Но все-таки рили БКБ сделаем. Зетка, иксовочка. И Блэкинг Бар. Давайте БКБ, и получается Абиссал вместо Радика. Ля, Леорик против Леги. У кого? Леорик проиграл Легиону, жесть. Он его два раза убил. Под хилом, под пресс-атаком. Клок сразу сейчас, смотрите, богач. Там плюс 50 тысяч золота у него. Ну, сейчас БКБ сделал, окей. Давайте. Все-таки, ребят, не игнорируйте БКБ. То есть, я думал, тут и без БКБ закончим. Но БКБ все-таки тут нужно. Если бы чуть-чуть раньше Раптура откатилась, я бы ему закинул. Сам себя бы он хорошо надамажил. Было бы круто. Пойдет. В целом нормально.
Опа, минус Лего. Все, погиблый. Нормально. Тревел бы еще сделать, Абисса вообще кайф было бы. Жалко, конечно, что умерли. Но в принципе пойдет. Хотя бы не как Z216, мидер. Хотя бы. Главное, ребята, если вы даже проигрываете, главное смотреть по соотношению импакта мидера оппонента и вас самих. То есть и вас как мидера, если вы стоите в миду. То смотреть, если у вас, допустим, вы проиграли, но их мидер имеет меньше, то значит вы сыграли лучше, чем их мидер. А это уже хорошее достижение. Это значит, что команда просто подтащила. Получается так. Получается так. Так, ну что, там ребята дерутся. Локи камбэкают. У нас еще на самом деле 3 слота. Го помогать ребятам. ДДшечка. Поможи, поможи бабушке делать. Ребята камбэкнут сейчас походу, да? МКБ-ху сюда бы запихнуть еще, да? МКБ и Абиссал. Прям божественно зашло бы. МКБ и Абиссал. Вард стоит, да, походу? Или МХ стоит. Или привет стоит. Привет стоит. ПМ неудобно будет жать. Вообще лучше вот так вот. Привет стоит. Я бы Рошана вообще пошел бы, забрал бы. Было бы хорошо. Но, наверное, нет. Кстати, эту катку мы играем в центральной, а некстовую катку пойдем в изи-линию. На БСе. На БСе пойдем в изи-линию. По КД можно амплификацию себе вешать, в принципе, мне тут ничего не угрожает. Даже если клок прыгнет. Даже если клок прыгнет. В принципе, не страшно будет. Гоу, Рудге. Дай рампачке. Да, рампагу не даст мне такие. Не даст. Клок байбэк. Уходим. Вот тебе БКБ-ха. Под БКБ-ха забрал. А, да ладно. Хорош. Забрал. Ну, тревел возьмем. Хорош. Я не видел, если честно, что он бежит. Я увидел, что там ребята забирают Рошана и расслабят. Да, жестко заходишь, просто делаешь на вставочку. Разносишь. Что так лок покупает, ничего-то непонятное. Или он хочет этот купить? Лотус. Лотус хорошо зайдет. Фидить начали. Фидить начали. Так, ну Лерика, мне кажется, загрызут тут два раза. А, Люкантроп. Погиблый, 600 крита на лицо. Иди сюда, дорогой. Лерик аганим, походу, собирает. Сдохнет. Ой, Лерик, Лерик. Ну, Кура, кстати, я не отменял. Кура отвернулась просто. Че там у Леги? Дизарм делает, да? Надо МКБ-ху, ребята, делать. МКБ и вместо БМ МКБ-ху под БКБ разносить. Просто там поле поставили, я не дамажу. Надо третью сторону им доломать. Сейчас с треволов прилечу, задушим. Вивер у нас четверка, оказывается. Поинт-бустеры. Много поинт-бустеров не бывает. Лерика нету реса. Стан, 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 дай ему, Лерик. Лерик что-то стан не дает вообще. Не хочет. Хорошо, тревел. Погнали. Доломаем. МКБ-ху некстом. Давай тебе, братан, запихну. Хорошо. Опа, линку сбили. Ну, в принципе, они могли камбэкнуть. Тут, если бы мы еще чуть-чуть побаловались, то мы проиграли бы даже. Так, рэмпейдж мне так и не дали. Рэмпейдж так и не дали.
Хорошо. Я, наверное, отойду. Топ дефним. Можно, в принципе, топ идти ломать. Или ХГ, но ХГ уже падает. Не, на этом ГГ, катка, видимо, уже ГГ, ребят. Не знаю, первая игра, ну, такое, в принципе. В минуту, каждую минуту по фрагу получилось у нас. Каждую минутку по фрагу, в принципе, неплохо. Можно было намного лучше сыграть. Но эту каточку я ставлю, потому что это называется катка. Я и 5 хейтеров, вот так выразимся, потому что это жесть. Все на миду просто стояли. На миду стояли, пацаны. О, о, вот это да, я понимаю. Хорошее такое окончание. Я и 5 хейтеров, это катка чисто называется, ребят. Леорик сейчас рассыпется. Опа, готовченко. Такая у нас первая катка, ребята, вышла. И что лучше тут еще, конечно, было бы доделать? Возможно, сюда либо Тараску, либо что-то другое. И сюда Абиссал. И все, в принципе, катка была бы овер успешная. Так что на этом вот такая вот у нас каточка. Next пойдем в изи линию. И также будем выфармливать. И соберем чисто дамагерский билд. Ну, другой билд. И, конечно, спешл билд у нас останется на третью катку. Ну, или, в принципе, поменяем, может быть, местами. Там посмотрим, короче. Все, погнали некстовую. Так, ну что, пацаны, easy line занимаем сразу. Easy line занимаем. Сейчас пойдем в easy line на BS и будем фармить, стараться что-то делать полезное и соберем очень интересные артефакты. Честно, пока что не знаю, что я буду собирать, какая это катка будет. Может быть, это сейчас секретная катка будет, а может быть, это будет дефолтный дамагерский билд какой-нибудь. То есть не дефолтный, дефолтный, я считаю, то, что который прошлый билд был, это был дефолтный билд, по сути. Я считаю, что прошлый билд был дефолтный. Поэтому сейчас, я думаю, самое время сделать максимальный дамаг, я думаю, либо сделать спешл катку. Сейчас посмотрим, определимся. Именно на стадии лайнинга уже определимся, какую катку вы сейчас будете смотреть. И, честно, я надеюсь, получится интересно, потому что каточка секретная будет интересная. Будет интересно. Ждем, я пикать не буду первые, ребята будут брать там. Можно посидеть, покурить на Excel-ке. Подождать драфт. Подождать прям. Ой, и на шелкера узяли, пацаны. Это страшно. О, зомби. Кстати, зомби уничтожают просто БС-а в изи-лайне. То есть, как стоя в ХЛе. Зомби, то есть, допустим, вот он сейчас в ХЛе будет стоять. Он будет просто уничтожать БС-а, потому что, ну, БС не способен ничего ему сделать. Очень тяжело будет. Ну ладно, посмотрим, что у нас получится в целом по этой каточке. Прикольно, кстати, Абадон, когда будет ультимейт юзать, если я на него ульт кину, он будет хилиться, когда будет бежать. Это забавно. Не знаете, вы знаете, Раптура будет иметь определенное обратное действие. Но мы тут, я тут вижу, что уже можно собрать секретную каточку, смотря на Абадона. Смотря на Абадона, можно уже предположить, что тут, тут уже, конечно, будет секретная каточка. Я думаю, в секретную катку. Клад на миде. Какой клад? Секретная каточка, да? А чё? Я легкую иду, пацаны. Я просил. Говори. Ману возьмем на всякий случай. Ладно, миди. Один ГР меф. Там лежит. Мартретка лежит. Какой-то неадекватный у нас чел на инвокере. Что какая-то изолента красная там лежит. Что-то непонятный парень. В общем, я тут смотрю, что уже секретная каточка тут наклевывается. Потому что там Абадона. Абадона с помощью секретной каточки я буду контрить. Давайте, в общем-то, попробуем сейчас секрет катку сыграть. Секрет. Пацаны, как фарм будет? Да я думаю, фарм нормально будет. Тут секретная катка прям легко заходит. Тут мартретка. Потом Абадон. Прям кайф будет. Я думаю, вы уже догадались, что за секретная катка. Ведь я уже первый гайд снимал. Так именно. Снимал. Гуиде. Ну давайте секретку тогда. По пику очень хорошо под секретную катку. По Абадончик. О, там безия и пошло дело. Там безия и пошло.
Го зафармим. Хорошо, 75 золотых на дороге не валяется. 75 золотых на дороге не валяется. Котл будет, походу, мне лайн руинить, да? С мывами. Но, надеюсь, не будет так делать. Даже если будет, фиг с ним. Пусть толкает, будем, если что, в лесок уходить. Сейчас сапог главное побыстрее сделать. Все будет огонь. Да. Будет руинить мне крипов так, походу. Не люблю, когда котлом не умеют играть. Он просто будет руинить крипов мне. Ну да ладно, пофиг. Пусть напрягает пацанов. Пусть напрягает. Хорошо. Пассивочку сейчас возьмем. Можно пурмансик будет взять на боковой линии. В принципе, меня тут не тычкуют. Думаю, пурманс не нужен будет. Пошел Абадон. Злой, злой Абадон. Злится на что-то. Я ему ничего плохого не делал, а он злится. Ну, зверюга. Так, пассивочка имеется. Ща будем нагнетать. Ща будем нагнетать. Оп, стечок тут нужен, ребята. О, все, пошла задувка. Руин крипов пошел максимальный. От котла. Ребята, напишите мнение свое. Ненавидите ли вы таких игроков? На котлах. И на ванаш это жесть. Невозможно с такими парнями стоять. Это ужас просто. Я дальше не пойду. Кстати, инвокер молодец, попытался. О, кстати, под боец, а нормально инвокер заходит. Прям хорошо. Тут приходится линию толкать. Что, деревица вот эти вырубим? Зомбезия с ДДшкой. О, тавр меня начал бить. А за что? Я тебе что-то плохое сделал? Я тебе что-то плохое сделал? Сейчас захилимся от крипов. Крипов захилимся. Да отстань ты. Ладно, хил гоу юзать. Не захилимся. Хилиться гоу. I'm sorry, ребята. Извините. Ля ты крыса. Ты своих ласт хить? О, 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 о. Это можно, кстати, можно. Можно, можно, можно. О, вот так вот. Опа. Опа. Как хорошо у него хп упали, да? Опа. Но это фазы. Я без фаз не играю на этом герое, ребята. Давай, давай. Так как так. Ой, ну ладно. Нормально. Надо захилиться, так и успеть. Пока зомбезия не пришла. А то я потом не подойду к крипам. Хорошо. Опа. Пойдет. Все собираем. БМ, конечно же. Все в стандарте. Идем сейчас в стандарте. Ребятки, секретная катка. Фарм есть, секретная катка будет удачная, я считаю. Крыса, а. Все равно не добивает же. Нет. Ты моих крипов не трогай, да, эй. Криса. Стики надо купить еще. Давайте стики. Хорошо, есть. Крипов руинит-то. На котле. Парень прям лютый. Так сказать, руинер со стажем. Знаете, такое есть. Он прям, смотрите, максимально задувает их, типа, чтобы я не ластхитил, да, получается.
Оп, я тебе тычку дам. Хорошо, у меня 60 урона есть, пассивочка, все имеется. Руинер со стажем. Я ору с такими ребятами стоять на лайне. А это прикольно. Главное, чтобы он доволен был руином. Опа. Ну, хорошо. Стики тоже имеем. Хорошо. Все, пока линия там, я отойду. Все равно под тавером сейчас суицидятся будут крипы. Классно на сикере играть так. МС много. Чуть давайте подэкспимся тут. Посмотрим, сколько крипов прогуляю. Одного крипа, двух, скорее всего. Эх. Есть. Одного крипа прогулял, три зафармил. Это очень хорошо. Вот так делаем наперед ему. Хорошо. Нормально. Нет, двух крипов прогулял, три зафармил. Ну, в принципе, чуть-чуть. По-моему, чуть-чуть по XP выиграл я, уйдя в лес. Тотал, конечно, еще тот игрок. Ну да ладно, нормально все. Туда не пойду, под тэшку. Все, уходим в лес. Так, БМ сейчас выколотим. Ля, там драки, вообще кайф. Люблю, когда БС быстро бегает. Амплификацию кидаем на себя и душим крипов. Также быстренько сейчас забираем и уходим на лайн. Хотя можно, в принципе, в лес уйти сейчас. Еще бьем там крипы под этим, под тэшкой. Амплификацию себе вешаем тогда, когда это необходимо. Сейчас не буду вешать. А сейчас повешаю, потому что я бы пол хп, хп себе просадил. Так, соточка урона, до сюда, иди, дорогой. Жесть, я быстрый. Хорошо. Сейчас под тэшку, наверное, пойдем убивать пацанов. Ману закинем. Армор. Ману закинем, говорю, и армор возьмем. Хорошо. Go. Печалька. Хотя нет, не печалька, идем. Хорошо. Бегаю 522. О, и этот тоже тут еще. Хорошо. О, Марита. Эх ты, на Марите. Но есть БМ. Мартретка прилетела. А если б я раньше сообразил насчет того, что даггер залетел, я бы бежал. Но я еще так ТП-шку сюда нажал. Надо было резче, немного резче. Но мне кажется, все равно не успел бы. Еще амплификацию на себя повесил. Надо было на дирка повешать. А вдруг забрал бы меня, да? Нормально было бы. Так, ну хватает, пойди, на БМчик, есть ТП-шечка, но ТП-шечка в КД. Хорошо, БМ есть без аквилы, кстати, БМ. Погнали, пешкой. О, руинер на котле ТП-шит? Да ладно. А чё это, еще раз Абадона можно забрать, значит? Вот так, делай. Хорошо. Эй, стой. Ты есть. И тебя догоню. Хорошо. Лич. Какой 9-й левел, да? А он его курирует. Но мы сейчас будем, скорее всего, вот так вот делать. Стики есть? Есть. Хорошо. Вот так вот обманочка есть. Успеваю, да? Отлично. Ай! Да, я успел. Хорошо. Отлично. Ух, это я не знаю, это жестко. Я и забрал. И, как говорится, я и рыбку съел, и на писюн съел. Отлично. Это мне нравится. Это мне нравится. О, жесть. Так, ну что, погнали, Wizard. Секрет катка. Welcome. Wizard берешь или нафиг идешь? Хорошо. Wizard. Хорошо. Так, что там, 43 крипа, кстати. Очень мало крипов с лайна я взял, ребятки. Но 6 фрагов. Это хорошо.
Левел нужен. Левела мало. Пока лесочек побью. Лесочек пока побью. На топе много суеты. Что там, Леорик вышел, да? Не, о, кстати, левела нет. Гоу. Ле, я быстрый, мне пофиг. О, все. Апнулся. Сорок маны. Хорошо. У него 140 маны было. Дайте выйти из этого поля, пожалуйста. Подхил можно? Резко, резко подхил. Прям резкий подхил нужен. Не такой. Ребята что-то там тоже душат. Это нехорошо. Я еще не начал даже эту катку. Там под Леорика, да, хорошая контракт, кстати. Че там, пацаны, фидят все, да? Ну, походу, легкая игра будет. Не будет тут фанового билда. Может, камбэкнут в любом случае, я думаю. Пока фармим. Пока фармим. Ну, Котл, конечно, лайн у меня забрал. Я смело заявляю. Он у меня забрал лайн. Так, сделаем. Леса колотим. Напоминаю, ребята, это фановый билд. Так собираться не нужно. Не нужно. Только если вы уверены в себе. Уверены в себе, молодой человек, и можете себе позволить так собраться, то собирайтесь. Так, низ сломали, пацаны. Плохо. Если вы уверены в себе, собирайтесь. Если нет, то вы можете заруинить игру тем самым билдом. Там пацаны еще камбэкнуть могут, мне кажется. Прям неплохо. Так, ну на этого на вилдкина надо накинуть. Амплификацию будет. Опа. Четвером просто за ним. Чуваки. Найс, без вардов. Так, кто виноват? Котл веселый у нас. Котел. Котел. Одобряю. Одобряю максимально. Можно было сделать портстав, как в старой мете, да? Я считаю, что это не актуально уже давно. Форсы. Форсы уже давно не актуально. Они, походу, Рошана пошли, да? Рошан, походу. Или нет? Не, урон на месте стоит. Нет, чуть-чуть повышается. Так, можно догонюс. Хорошо, погнали. Вы там, ребята, браконьери вообще. Я кнопку закинул, не факт, что что-то произойдет. Как бы не факт, что что-то произойдет. Догончик. Опа. Оу, щит. Оп, догончик есть, можно поесть. Привет. Есть компания Reflame. Леорик сдох, отлично. Можно будет второй раз его забрать, да? Будешь кидать молот? Правосудие. Нет, не будет. Хорошо, догон зашел. Есть, еще погнали. Фановая катка, ребятки, напоминаю. Давайте инвокеру сначала куру дадим, ему важнее. Ему важнее. Будет хорошо.
Так, а чё тот встал, да, скелетиков пробудил. Не хочу палиться, ребят. Конфиденциальность превыше всего. Что это не я. Геннадий. О, Геннадий уже другое дело. Это я. Это фейк. Это фейк. Кстати, да. Так, ну что, Дагониус. Нормальная вещь, Дагониус. Сейчас как раз 12, 13, 14 левел, амплификацию в макс. И погнало. Сейчас так чисто, щадящий режим с Дагоном. Щадящий режим. Ребята там дерутся. Я не буду драться. Марита, Мариту нашел. Там 800 хп у Мартретки. Жесть, я там разогнался. 800 хп Марита. Сейчас ребята соберутся, как дадут им чипалах. В моей команде. Пока я ковыряю тут крипев. Хорошо. Как дадут чипалах. Нормально. Такие катки всегда веселят. Я хочу, чтобы вам было весело, когда смотрите мои гайды, чтобы вы и учились, и веселились. Чтобы было интересно смотреть. Так, пацаны там прессингуют, да? Абадончик вниз вышел. Я пока... Дагон 3 сейчас, и, наверное, одну драку надо будет провести с третьим Дагоном. 12-й просто, 13-й левел хочется взять. 12-й, 13-й. Чтобы амплификацию улучшить. Инвокер там на лоу хп уходит, жесть. По Шишеру ГГ или нет? О, амплификация есть. Сколько, по-моему, 35, да, по-моему? 30. 30% амплификация. Можно накидывать. Сейчас, по-моему, 10 идет, 10 кд. 10 идет, 10 кд. Хорошо, вот он и БС. Пришел. Браконьерский с Дагоном. Как говорится, все, что я не застилю, то я застилю. Хорошо, let's go. Все, что не можете вы застилить, застилю я. Не добил. Вот рак, а. Че там Леорик? Леорика по-любому есть рез. Рез по-любому у него есть. Самый кайфовый левел это 12-й. Очень быстро апается. Буквально несколько крипиев. И левел заапанный уже. Была бы сейчас амплификация улучшена, я бы еще задушил. Подходим. Мартретка чисто как крипчик против магического ДСа. ДСа, БСа, это вообще жесть. Так, ну еще левелок и амплификация докачана. Хорошо. Еще левелок. Хорошо. Хочу все-таки, чтобы моей команде дали чипалах. И зачем ты меня оттуда тепечишь? Ладно. Невольно стал борцом правосудия. Одна тычка и в принципе можно. Нет, нельзя. Дагоном там не пробью, амплификация. Слабенько еще. Нет амплификации еще. Одну тычку надо дать ему. А нет, GG. Вот так вот сделаю. И, кстати, умру, да? А нет, еще живой розовый теплый. Еще живой розовый теплый. Догон в КД. Я, в принципе, тут могу умереть просто и все. Тини просто ворвался. Не щадит никого. Там еще амплификация есть. GG.
Дагон 5. Можно стакать. Нормально. Хорошо. Так, ну все, типа сейчас догон вообще лютый будет. Типа можно вообще ваншотить, по-моему, даже. По-моему, даже ваншотить можно. Насколько я знаю. Плюс 40%, плюс 80% догон. То есть получается 1200 где-то. Смело. Смело 1200 нанесет. Он Абадон, то есть, допустим. Ну, если только так, наверное. Не, ну, честно, мне кажется, не убило бы его. Но надо было попробовать. Надо было попробовать. Давайте сейчас попробуем на ком-нибудь. У кого там 900 хп будет. Там резисты плюс, но где-то 1000 урона должно наносить. Он Мартретка, например. Ну, почти. Мартретка, ну, почти. Почти. Зря я вот так стою. Ладно, моя ошибка. Не надо было стоять, бить томбу. Но зато подфидил. Тактический фит. Я поэтому и не хотел томбу подходить вообще бить. Ребята разваливают. Ладно, нормально все равно. Мартретка, кстати, выжила. У нее там 800 хп, видели? Типа догон сколько снял. Мало вообще. Вообще мало дамаги. Ну вот, вот так вот можно будет Абадончика законтривать. Ладно, пойдет. Сфидели тактически. Ребята сейчас оденут артефакты и начнут дамажить нас. Хорошо. Дальше что делаем? Постараюсь Октарин сделать. Нужен третий Blood Rage. Третий. Пока, ребята. Ну и тяжело им, ребятам. Тяжело, они дефятся. Не знаю, они от дефа могут чапалаху им дать, союзникам. Кого там бояться? 1000 хп Мартретка. Она не умерла. С двух амплификаций. Но все равно прикольно. Мне нравится такая тема. Чисто по рофлу поиграть. По рофлу само то. Че, погнали на бот там. Если моим сейчас дадут чипалах, то будет очень хорошо. Гоу, стакаем себе. Blood Rage. Blood Rage, стакай. Хорошо. О, да ладно. Давайте вот так тогда. Да. Прикинь, что делает. БМ нажал, побежал. Печалька. Нормально. Неплохо. Ладно, еще в таверне посидим. Еще в таверне посидим. Кстати, они начинают камбэчить. Начинают, пацаны. Сейчас нужно будет немного лучше позиционку, ребята, держать. Потому что... Что-то как-то расслабились, да, получается? А всегда, я заметил, всегда после первой смерти всегда начинается вторая, там уже близко. То есть, когда первый раз не умираешь, второй раз потом уже начинаешь видеть намного быстрее. Ребята играют от этих от вардов. Сейчас тоже подойдем, будем душить. Тиник суровый. Переармлетить можно, мне кажется, там тини такая скорость атаки, что там переармлетить вообще на изи можно. Так, я сейчас резаюсь, наверное, на низ побежим. Хорошо, гоп. Побежали. Next Octarine. На Абадона ультимейт больше не кидаем. Будет контрить. Будет контрить. Сейчас задушим пацанов. Вот так делаем. Хорошо. Это плохо сейчас вот так вот тут подставляться. Я жесть БМ еще. Жесть, пацаны, хелпуйте. Я скорее всего умру. Нет, живой еще. Еще розовый и теплый. Главное, чтобы Бабадон не душил кнопками. У него там БМ. В БМ можно засандалить нормально. Сейчас БМ нажмет.
Не бейте, не бейте, не бейте, я убью его сейчас. Зачем? Хорошо. Без догона даже нормально. Так, солбустер, гоу, покупать. Жесть, как я там выжил, я не знаю. Ну да ладно. Сейчас солбустер возьмем. Солбустер. Уже хотел октарин прям взять. Нету золотишек еще. Так, мартретки можно ультануть сейчас на лицо. Вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Хорош. Отойти. Я добивать не хочу. Добивать не хочу. Догончик есть, можно поесть. Ладно, добьем таки. Ой-ой-ой, чайник пошел. Там сентрячок стоит. Сейчас еще одна амплификация, можно будет зомба взорвать. 600 хп. Забавно, чисто пулеметы, расстрелы. Опа, иди сюда, дорогая. Ладно, отойду таки, сделаю вид, что отхожу. Опа. 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 Я по мане просил. Это рез. Это плохо. Амплификацию пока себе не кидаем. Опа, можно закинуть, кстати. С КП просядут. Дай догоннуть. Опа, есть. Отлично. Нормально, фраги пошли, пацаны. Го, амплификацию еще одну. Плюс еще одна амплификация сейчас будет. Три амплификации, это будет очень жестко. Это просто total domination. Зачем ты меня тпшишь? Ладно, бывает. Так, раз. Два. Третий уже, по-моему, не успею. Ну, по КД накидываем, нормально будет. Три. Постоянно перебафывать придется. Килл любого называется ситуация сейчас. Интересно, сколько дамаги нанесу с догона. Ну, где-то... Где-то примерно, ну, 1200 должен сносить с третьим. Инвокер первый просит, а я не дам, я жадина. Хорошо. Кто там первый выходит, тот получает догона по лицу. Нафиг ты меня тпшишь постоянно? Котл руинер максимальный. Гона топ. Бафаем себя по КД. Там первый. 1000 хп. Лич, ну почти взорвался. Надо посмотреть, как у лича хп. Потому что ему что-то вообще пофиг было. На. Жесть. Просто законтрил. Сейчас еще кто-то. Догон вообще быстро кдешится теперь. Этериал еще сюда. До кучи. Очень жестко получается. Кто там у нас? Живой, целый, здоровый, невредимый. Ладно. Никого нету. Ладно, пробапываемся. Заказ у мадам. Мы чисто как шаман настоящий. Играем сейчас. Кто там тпфнулся? Мартретка? Нет мартретки. Леорик. Нет Леорика. Жесть, просто уничтожение какое-то. О, это ужас. Это просто ужас. Ну, Dagon Power называется. Это кат. Чисто. Оп.
Законтрили. Геге. Законтрили, так сказать. О, так сюда же можно еще догона засунуть. Ой, я сейчас тут могу умереть. Я скрипов с этих зомбаков вообще не хилюсь. А, жестко прессинганули пацанов. Это еще без этериала. Там под этериалом тоже очень много дамаги будет. Фановая 30-минутка. Почему нет? И ластовую катку, я думаю, пацаны, сделаем более... Не знаю, более агрессивную. Через дамаг. Максимально, как сможем. И постараюсь потную катку подобрать. Придется помучиться немного. Поиграть доту подольше. Оп. Доту подольше придется поиграть. Так что будем пытаться. Катку интересную делать, искать. Оп. Оп, трипл, нормально. Хорошо. Напишите мнение, как вам такая катка, как такой билд. Но на самом деле это не серьезный билд, ребят. Его желательно не юзать. Вон зомби, сколько у него? 1200 хп я снес с трех амплификаций. Это очень много. Очень большое количество урона. Билд, конечно, тут недоделанный, но... Целиком и полностью... Понятно, что нужно делать. Да, все равно прикольно. С догоном пофанились. Ух! Сейчас пойдем, в общем, ребятки, жесткую игру. Постараюсь найти какую-то потную каточку, где соберем дамагу и будем играть жестко, жестко. Этот такой фановый билд у нас получился. Не знаю, понравится вам или нет, но, тем не менее, я оставлю. Оставлю эту катку, если нужно будет потом еще что-то добавим. Погнали некстовую. Итак, ребята, загрузилась у нас еще одна каточка. Ну, сейчас постараемся отыграть потную интересную игру. Давайте сейчас побаним, а потом пойдем, ну, наверное, центральную пойдем. Посмотрим, может, у нас есть мидеры нормальные. И нас самих. Более-менее на этих поинтах можно еще как-то отыгрывать. Ну, давайте, наверное, пойдем. Я центр. Я центр, пацани. Вот так напишем. Инвокера, Нертрома, Тиника. Кто там? Тиника не забанили. Да, Тиника все забанили. Ух, Еса еще забанили. А, есть. Хорошо. Так, ну посмотрим, что у нас будет, тут по каточке. Не очень хочу брать ФП Сикера, потому что там она контрпикает. Ну, то есть, есть в любом случае герои, которые вносить много будут Magical урона, и будет некомфортно играть на Сикере. Очень хочется сыграть сейчас что-нибудь... Дамагу, какую-нибудь дамагейку. Вот, кстати, очень тяжело будет против фена. Фен будет под лазером, под амплификацией моей. Ой-ой-ой, как много наносить. Но у меня есть плюсик. Он всегда будет лохоповый бегать. Всегда. Пикайте, ребята, и гоу. Вторым пиком, короче, возьму. Пофиг вообще. Погнали. Душить. В этой катке постараемся собрать... О, вот тоже, кстати, очень тяжело будет против Тускара. Если я буду под амплификацией стоять, он просто делает накат и просто чпау, и все. Будет больно. Ладничка. Посмотрим, как будет игра у нас. Клеится. Наверное, роумить будет, как обычно. Постараемся тут как можно меньше умирать, но посмотрим, насколько сильно будут они душить. Насколько сильно... ДБС, конечно, раньше был лучше, мне кажется, в каких-то моментах. Именно в каких-то моментах он был лучше. А так, в целом, он такой же. Такой же, как и был. Такой же, абсолютно. То есть, ну, плюс-минус. Пассивочка у него... Ее постоянно, эту пассивку, перерабатывали. Вот я помню, и кто помните, алды... Даже, по-моему, вместо... вместо там АЭСа... Ой, АЭСа... Вместо МСа и дамаги давался армор и МС. А потом переделали на дамаг. Потом второй спел убрали пассивной основой, вот этот хил. Первый спел убрали сайленс и дамаг. То есть там столько переделывали этого сикера бедного. Но в итоге сделали шамана самого настоящего. И в принципе этот шаман в керри, он, конечно, ну тяжело идет, но все равно. Можно раздавать. На БСе можно раздавать все равно. Сейчас мы это будем пытаться делать. В этой катке я хочу максимум дамага, а именно что-то типа МКБхи. Бурезы, может. Буреза, не знаю, вот МКБ точно надо будет сделать. Хочется дамага, много дамага на БСе.
Потому что каточку дефолтную первую я отыграл, показал, что я там собирал. Ну, тут, в принципе, весь сикер это дефолтный БМ. Вот максимум, что от сикера требуется, это собрать БМ. И в случае чего внести урона, если что, на развороте кинуть ультимейт и все. То есть, ребята, я знаю, что будут по-любому комментарии, что типа все билды одинаковые, ты как обычно все одинаково собрал. Но потому что есть герои, которым просто must have тот или иной артефакт. Например, как качать Гаргону? Гаргону лично, ну я не знаю, я вот вижу смысл меты даже 85-й карты качать Гаргону через Madness. Поэтому всегда катки начинаются через Madness, а потом выфармливаются какие-то другие артефакты и выдушиваются. То есть там уже по макре что-то придумываешь. На бейсе то же самое, я не знаю. Вот, ну, БМ собрали, побежали. Больше тут ничего нету. Так что вот такой смысл. Так, ну что, готовимся мы к руне. Там, кстати, пик такой. Извиняюсь. Пик такой, кстати, там. Серьезненький. Я тут не заберу. Один снайпер стоит. У него нету ничего, даже ни шрапнелей. Ничего, вардик вот сюда. У нас кунка, да? Кунка. ВС. Заверни. За нас кунка, это хорошо. Так, берем амплификацию и с Линой тяжело будет стоять. Но, по идее, должны будем выиграть. Можно перекликать ее. Хорошо. Станом будет дамажить. Дефолтная Лина, максимально дефолтная. Еще, скорее всего, будет брать пассивку. Пассивку будет брать. Нам главное добивать четко и все. Опа, станет. Пытается. Подзонить БСом. Раньше БС вообще жесть как переластичил за счет пассивки. И не было никаких на него амплификаций, всякой прочей другой срани. Такой жесткий герой был. Вообще жесточайший. Жесточайший герой был. Лютейший просто, да, сейчас стан будет, да, нет? Нет. Оп, сейчас стан будет, но по идее сейчас амплификация кончится уже, да? Хорошо. Дополнительного урона я не получил, а это значит хорошо, все годненько. Да, она дефолт на пассивку взяла. Дефолтная Лина, стандартная просто. В принципе, знаю, что от нее ждать. От такой Лины ждать, в принципе, дефолта только и все. Дефолтные станы под last hit. Игрока сразу можно определить. Вот стан будет закидываться. Не успел отойти, уже понял, что сейчас будет last hit'ить. Оп, хорошо. Аккуратненько просто вс нее стоим. Апаем стики. Иногда что-то подластхичиваем. Возьмем сапог. Сапог. Возьмем и будем играть доту. Оп, хорошо. Лина, работник года. Оп, хорошо. Пассивочку взяли мы. Взяли теперь бладрайты. У нее там 300 маны еще. Опа, пошло дело. Спам контора. Очень близко я подошел, моя ошибка. Очень сильно хапану сейчас. Но не умру. Но не умру. О, ясно. Что там у него? 60 маны. Но Bloodright в КД. Bloodright в КД. Подластхитили. Печальненько. Хорошо, хоть так. Этого крипа мы не будем стоять, сторожить. Хорошо. Что там у нее по мане? 300 маны, но слишком много. Но Лина это Лина, все равно я не рассчитываю ее до 6 левела убивать, как крипа. Это невозможно почти. Это почти невозможно. Ах ты, Криса. У меня буста нету. С соседних линий. Поэтому пока тяжело. Как же она наглеет. А, я понял, почему наглеет. Вот оно что. Стики. Я понял, почему она наглеет. Но уже поздно понял. Ладно, стики бы мне кажется, там все равно не помогли бы.
Пофиг. Сколько стиков? 6-7 у меня сейчас было. Не успел уж. Ну, в принципе, я так и знал, что так и будет. Четвертая минута, 3.50, загангали меня. Окей. Так, ТП-шка моя улетела, ладно, еще одну возьмем. Сколько? 8 стиков. Да, возможно, бы и выжил бы. Ладно, не суть. Стандартная лина, стандартные ганги. Регенерация. У чувака там. Тяжко будет, пацаны. А вы как думали, легко будет? Легко будет. Легко не будет. Всегда только тяжело. У нее 6-й левел. Лагуна там, все апнуто. Хорошо. Жалко, фаз нету. Без фаз, конечно, тяжело будет. Надо подловить тот момент, когда будет буст хотя бы какой-то. Со стороны, с другой. С других сторон. Именно какой буст, спросите вы. Чтоб лоу хп, пацаны, были. Хоть один-два персонажа там под лоу хп. Тогда будет все огонь. Я смогу что-то сделать. А так вы с линой стоя. Тяжело. Кунка. Под тэшкой, да вряд ли мы под тэшкой сможем что-то. Давай я попробую выудить ее оттуда. Вот так вот сделаем. Хорошо. А, хилится, все, понял тебя. Понял. Понял. Молодец, хорошо Лина сообразила. Еще хилочку накинула сразу, чтобы под руптурой убегать. Ля, вообще наглеет люто. Не дает просто ничего. Просто не дает. Не дает. Не переагривается даже. Не знаю, может это чит какой-то на непереагривание. Жесть. Но это чисто дрессировка злого пса называется у меня на меду. Кстати, злой пес тут я. Меня дрессирует. Жесть. Профессиональная Лина, конечно. Сразу видно. Скилл. Скилл сразу лютый. Но у меня нет бустов вообще с боковых линий. О, привет, дорогой. 5-й левел, не страшно. Так, левел не страшно. Давай, Кунка, брат, на этот раз не ошибись, дорогой. А должны забирать. Молодец. Хорошо. А, Риксар виноват, да? Вот оно что. Помешал. Сию величество. Стоять спокойно, да? Риксар вообще ничего плохого не сделал. Риксар просто пришел, попытался что-то подгангать. Че там с курой? Ну, курой я сейчас не фул буду. Но с такой Линой уже поинтереснее. Кстати, 37 крипов еще более-менее. Против Лины стоя. Я считаю, что это достойно. Лина с двумя нуликами. Старая Лина, жесть. Старая-старая. Я куру юзнул. Ну, ладно. Без комментариев просто. Ну, хз. Я сейчас сам отдался, подошел с амплификацией. Сайленс она не получила. Кунка поторопил, я считаю, меня. Максимально жестко. Я думаю, меня Кунка поторопил. Снайпер бить не думает. Ладно, я все равно ловить буду тут сайленс. Станы. Кого, кого? Ну, чё? Кунка потерялся просто. Ну, я понял, я, скорее всего, умру.
Погнали, мид фармит, все. Без толку. Кунка вообще потерялся, сейчас ничего не сделал. Ладно, я понял. Печально все, ребят. 3-12, играем в доту. Кунка вообще сейчас непонятно, что ты сделал. Он на миду забайтил, тут забайтил. Я побежал, думал, сейчас как-то он крест, хотя бы торрент. Нет, он вот так вот все раскидал, не понимает куда. Все, погнали, центральную. Погнали, центральную. Погнали. Плохо, очень плохо. Лучше бы стоял на миду. Думал, сейчас кого-нибудь заберем. Нет. Все, погнали. Просто в центре будем стоять и все. Лина фармит сейчас, будет у нее. Еул будет очень тяжело. О, найс, бьешь. Найс, бьет тавр. Никогда не понимал, как это работает, почему он переключается на дальнего. Ведь дальний не вносил урон вроде. Надо поднимать HP. Надо поднимать HP. Что ты там делал на кунке? Лол. Непонятно, кунка что-то делал там. Вот сейчас пока никого нету, можно было гангануть. Ну а типа он стоит на руне, там что-то, что он там делал, на кресты кидал. Но сейчас уже 3 мид. Нет смысла уже. Сейчас будет накат, закат, раскат, откат. Все будет сейчас. Сейчас все будет. Сейчас будет роур там, все дела. Хорошо. О, Лина там душа. Неплохо. Неплохо Лина там душает. Хорошо. Фармим пока. Там есть все кнопки у пацанов. У Лины нету лагуны. Лагуны нету. Кунка пытается на меня играть. Мне кажется, зря он на меня играет. Там сзади Лины стоят два героя. Лучше бы боковые выигрывали. Хрюшкин пришел. Пофидить? Нет, не пришел. Развернулся, разворачивается, бежит обратно. Он бродит, пацаны. Жесть там Леон, вы видели? Point Booster, Брасер. Нормально, это мидер называется. Это называется я. Пришел просто, сфидил. И все, он в кайфах. Посмотрите, какие артефакты. Фазы, 1000 хп. Я на чем там, фрифармил, что ли? Чел на Леоне. 6-2-1 у Леона, я понял. Так, ну че, меня будут пытаться загнобить, да, тут еще. Я апаю левел пока. Есть возможность. Десятером, пацаны, работают. Я пошел отсюда. Дофармить. Пацаны сейчас вниз побегут за БСом, скорее всего. Нет, нормально. Лина стоит. Вопрос стоит. Найс, продаем. Что, он ультанет, что ты хочешь от него? Либо ТП-шку заюзанет. А, вот она еще. Я понял. Сори, нет МХ. Нет МХ, сори. Ну, надеюсь, убегу. Жесть. Что-то лютая какая-то хрень. Мид мне сломали. Мид мне сломали. Надеюсь, я тут не сдохну сейчас в лоу хп. Ну, Лина, по-моему, на топ ушла. Да, вон он. Хорошо. Хорошо. Отлично. А, Леон, конечно, раздавать там будет. Изи каточку эту. Да. Ну, по-моему, один Риксар, да? Попробуем убить. Птичку везет. Птичка сейчас, по идее, меня не должна увидеть. Гоу. Хорошо.
Хорошо. Ну, я хз. Я тут, походу, опять сдохну, да? Тычка. 49 хп, хорошо. Ну, и не знаю, как я выживаю. Я типа, это survival like a pro. Survival like a pro, я хз. Играем просто, вот я что-то пытаюсь сделать, Пунка стоит там где-то фармит. Это очень тяжело будет, да, пацаны? Ну, потная. Потная она есть, потная. 5-15 играем. 1-3-1-5-0-0-0-4. Прям какая-то комбинация получается. Какая-то комбинация. Хотя бы 11 левел есть, уже хорошо. БМчик доколотим, вообще кайф будет. Кентавр пайп сделал. Лучше бы даггер сделал, мне кажется, чтобы помогать. Леона убить разочек, там изи. Изи фраг. Гоу, БМчик добивать. Это еще они, кстати, плохо загангали, я считаю. Плохо загангали. Плохо, потому что там еще и Тускар. Тускар это же вообще что за вещь? Тускар это же вообще что за вещь? Снайпер, сбей птицу. Господи, снайпер этой птички боится. Гоу. Пунка сразу как крип сейчас сдохнет. Что за печалька, а? Интересно, а где этот Феникс? А если он там себе не даггер покупал в боковом магазине сейчас? О, блин. Нифига себе вы. ТП-шка купил, хорошо. Улин и даггер, это плохо. У меня БМ еще даже нету. Ну, хорошо. Это иллюзия. Есть БМ. Хорошо. Хотя бы БМ с горе пополам выфармили, но в такой катке БМ нормально, в принципе, к такой минуте. Тускар. И вот так вот сделаем. Корабль пошел. Плохо. Одного забрали, 30 ультов. В принципе, нормально. Пойдет. Так и играем. Пунка, если не умрет, будет еще очень хорошо. Он там заигрался. Же есть. Катка же есть, называется. В принципе, потную я хотел. Будем потеть. Как говорится, let's go. Лина с даггером. Не будет ТП-шечки, надо будет аккуратно просто подцеплять. Это еще без джаги, кстати, драка, без хилочки его. Тут БКБ-ха по-любому нужна будет. БКБ-ха. О, побежали. Соберись. Взорвалась. Лина раздвинула ноги, взорвалась. Хорошо. Я чисто так, подсмотреть пришел. Подсмотреть. Хорошо. Погнали. Тут без радика пойдем сразу БКБ-ху, чтобы можно было с ними драться. Да ты торрент отдаешь, друг мой. Будет накат делать куда? Я понял. А, слишком много их уже там. Б. Тут слишком много их там. Рекс еще пришел. Господи. Погнали на топ.
А Т-шку не собирался туда загуливать. Нет смысла. Будем аккуратно стараться выбивать из крипов золото. Нафиженные, пацаны, нафиженные там. Покайфуем. Хорошо. Сейчас не будем кидать себе амплификацию. Вдруг Лина придет. Колотим крипов. Будет все, огонек, пацаны. Наша задача сейчас просто сделать БКБ и дальше начинать драться, и все. Мне кажется, они не потянут. Не потянут они нифига. Не потянут они. Обходят. Риксара можно убивать, но у него БМ, видите? Ну, тут сейчас просто надо БКБ делать. БКБ надо. Лина внизу. Че, блин, ТПшки, дагерачки, да? Чалька. ТПшки, дагерочки. Меду, крипчики есть. Пока тут фармить надо. У нас все фармят. Надо фармить просто. Долгая катка будет. Аккуратненько, просто без фрагов. У Леона форс. У этого сакрет. Вот тоже там что-то есть. Го его. Один. Да, не успеваем. Да, ТП-шится. Писа. В принципе, пока идет. Просто фармим и все. Кентавр понимает, что нужно делать. Это радует. Просто фармить сейчас. Смотря на то, что он там сделал пайп первым артефактом, я понял, зачем он это сделал, чтобы просто фармить. Чтобы просто фармить он это сделал. Мне кентавр нужен, потому что он с ТП-шкой. Ладно, фарм заберем тогда. Ча, БКБ уже будет. Почти есть. С БКБ-хой под кентавром. Яйцо только проблемой будет. Яйцо будет проблемой. Так, они сейчас вниз пойдут, да? Надо уходить. Надо уходить. Очень плотная игра. Очень плотная. Просто все подразосрались немного. Почти есть БКБ. Почти есть БКБ. Сейчас бы день бы на дворе, чтобы видеть побольше. Эх. День бы, чтобы видеть побольше. Ну, ждем, может в ХГ ошибутся, зайдут. Там одна ошибка, они проиграют, в принципе, я думаю. Стрики поотдают. Стрики поотдают, и ГГ. Ну, попробуем чекнуть. Бладрайты есть, все есть, гомплификацию вешать. Крипчиков все, что побьем. Почти БКБ. Хорошо. Под конец закинем амплификацию. Надо с двойной амплификацией убить его, чтобы пул хп сделать. Оп, отлично. Так, ребята решили вниз выйти. Гоу с ними. Только плохо, что я по речке пошел. Ну, в принципе, у нас тут есть близко кентавр. Гоу. О. Погнали. О, Линочка. Линочка.
Если я линочку поймаю на ульту. Хорош. Вот оно. Вот оно. Линочку, если я на ульту поймаю, но я себя пробафаю. В принципе, моя задача сейчас не лезть в пекло и... Все будет огонь. Кнопки вешать и все. Хорош. Ну, стрик саппорту. Такой себе, конечно. Щит. Я бить не буду там. Снайпер пусть сбивает. Хорошо. Мид ломается у нас, да? Пол хгшки она уже вдолбила. Сейчас будет БКБ, драться буду. Уже не варик. Что-то придумывать другое. Топорик в помойку, две тпшки, все, погнали. Все, есть. Леон стрик отдал кунке. Я продамажил с ультимейта, он добил, это хорошо. Что там у Лины? У Лины, наверное, там ни хрена нету еще. Господи, что ее бояться? У нее тпшки? А, тпшки нет. Хорошо. Если я сейчас кину ульт. Успею, если. Не успел. По-другому никак бы не обошел, пришлось бы очень долго обходить. Интересно, будет пытаться нападать? Может попытаться, кстати, напасть. У нее там много хп. Надо амплификацию не кидать. Фармим дальше. На скорость атаки надо будет что-то сейчас сделать. Можно вообще попробовать через Сию сыграть. Стартовый артефакт, у нас все плохо. И этот стартовый артефакт позволит... Хорошо двигаться. А можно через лотар сыграть? У нас нету лотарщиков. И, в принципе, никто даже намека не имеет на покупку лотара. Блин, Юл, Дагер, иллюзии. А, я готов драться. Я готов. Лотар можно сделать. Давайте лотар сделаем. Че нам стоит, пацанам? Че нам, пацанам? Лотар купить стоит. Сейчас 16-й как раз возьмем. Хорошо будет. Хорошо. Т2. Т-шку вернее. Можно побить Аквилу в кул. И погнали. О, тавр, кстати, надо похилить. С помощью этого. Амплификации. Ребята дерутся, да, что ли? Есть. Ладно, пойдем в спину. Кидаем себе кнопки. Let's go. Не заберу. Хорошо. Не уйдешь. По одной тычке умрешь. Хорошо, гол дальше. Этот тоже умрет, да? Да, он еще и забрал на развороте. Хорошо, я там нормально в спину зашел, раздамажил. Все, ФФ пошел у пацанов. Мораль, мораль пошла у пацанов. Перетерпели, задушили. Хоть несмотря на то, что... О, так я еще и почти топ-фрагер на нашей команде. 4 фрага. Но очень аккуратно играемся. Типа, знаете, потная просто игра. Поэтому нужно аккуратненько играться. Поэтому как бы... Как бы смысл таков. Смысл таков, что нужно аккуратненько играть. Аккуратненько играть. Поэтому. Горошу. Пока я напишу горошу, уже игра закончится. Мне так тяжело писать. Все крипы подохли. Хорошо. 3000. Че, бабочку будем делать? Ну, я если подойду, он клепнет, Раша. Типа, снайпер очень близко стоит. А нет, не клепает. Давайте я возьму. Я возьму. Пацаны. Не обессудьте, я чересчур мобильный.
Я мобильный настолько, что смогу всех там забрать. Так, 3400. 3400. Жалко, столько крипов и ничего не заберу. 3400 у меня есть, да? Лотар сделаю. Очень хочется лотар сделать. В лотаре я смогу вообще жестко передвигаться по драке. Это катка. Ну, в дамаг надо только. Лотар лишний, надо дамаг. Я же в дамаг обещался сыграть. Но тут, видите, какая катка. Нужно думать. Нужно думать. Нужно думать. 3700 есть у нас. Дефолтный радик бы сделать. Вообще кайф был бы, да? А потом разобрать в Абиссал. Я думаю, настолько далеко эта катка не зайдет. Скорость атаки какую-то хочется сделать. Кто-то фармит леса. 4000. Го вместе. О, нифига, ты что тут делаешь? Ну это минус Аега, окей. Главное, чем больше нажмут сейчас, тем лучше. Хорошо. Этот минус. Феникс минус. Отлично. На опыте делаем вещи. Вижен у них, походу, птичка. Птичка дала вижен. Поэтому так залетели уверенно, пацаны. Лина огоним делать. Я Лину перефармил уже. По артефактам. По золоту. Кентавр, кстати, очень много еще забирает. Фарму. Вот сюда. Очень много. Зацепит он ее хорошо. Но я бегу как каракатица. Я бегу как каракатица. Опа, дорогой. Иди сюда. Скорее всего, ТП-шку юзать сейчас будет. Хорош. Мужчина. Хорош. Можно молнию сделать. На скорость атаки как раз яйцо сбивать. Хорошо. Все равно буду делать то, что я считаю нужным. Все равно будем делать Абиссал, поэтому лучше начать с Радиенса, я думаю. Ничего страшного не будет. Радиенс не такой поздний. Тем более он будет тащить. Тем более он будет тащить. Этот Радиенс. До гера не сбивать. И прочую тему делать. Как раз подфармливать. Хорошо. Получается, у нас такой же билд, как и в первой катке. Но этот билд тут прям на изи заходит. Этот билд на изи заходит. Так, Леончик там зацепил, да? Хорошо. Ну, вот и все. Вот вам и камбэк. Вот вам и камбэк. Тот самый. А как душили? Как же душили они, да? Перетерпели. Радиенс взяли. Побежали. Лина будет прыгать, кнопки нажимать? Все, сейчас дамаг будем уходить. Дамагу. Хорошо. Центральную сломаем, я думаю. Но не достанет. Ля, у меня нету кнопок, сейчас тоже сдохну. Надо отходить отсюда, я считаю. ПКБшки нету еще. П.
Кентавр куда прыгает там? И кентавра надо продавать, мне кажется. Кентавра просто продать надо. Он сейчас задушит. Задушит. Просто уходим. Этих крипов оставляем. Чистим лес. 4000. Вот я не знаю. Я никогда не жалею, что делаю радиенс. Посмотрите. Я только сделал радик, у меня уже 4000. Так радиенс даже, блин, меньше чем 3 минуты назад был создан в моем инвентаре. Меньше чем 3 минуты назад я собрал радиенс. И сейчас у меня уже до сих пор... Вернее, не до сих пор, а сейчас уже у меня сколько золота имеется. Плюс драка удачная, успешная. Погнали там на миду файты, да, походу? Так, ну я хочу дальше дамаг, как я и обещался. Давайте сделаем вот так вот, демонейдж. Это сюда отставим. Так вот сделаем. Так, ну тут сейчас тускариды, да, нападать будет, надо отойти. Оп, хорош, не закрыл. Главное на Леона не попасться, у меня сейчас амплификация включена. Хотя если я дам БМ, типа мне пофиг будет. Пофиг будет. Можно подставляться. Если БМ включили, можно подставляться. Очень опасно. Очень опасно. 2500. Хочется МКБ сделать. Я сделаю МКБ. МКБ, чтобы больнее бить. Скорость атаки? Не слышал. Нет такого понятия. Как видите, ребята камбэкнули. Потненько. Знаю, любите потные игры. Но в этом гайде одна потная катка будет. Больше не буду вкладывать потные игры. Потные игры вкидывать не буду я. Одна только потная будет. Две фановые и одна потненькая. Две фановые, одна потненькая. В принципе, гайд этот переделываю я. Был у нас уже гайд на БС. Поэтому как бы билд в дамаг надо просто добавить. Все остальное вы и так знаете. Я знаю, вы у меня умные всегда в чате. Советуете, что нужно собирать, покупать. Поэтому спасибо всем. Эту катку потненькую задушим. И на этом ГГ. Так, МКБ-ха есть. Спросите, зачем МКБ? Ну, МКБ это еще и скорость атаки. Плюс трустрайки. Плюс еще и возможность не промахиваться по оппонентам. И next, скорее всего, что-то будем лютое собирать. Типа на скорость атаки. Ну, молнию я уже собирал. Молния была в первой катке. С молнией вообще кайф, на самом деле. Амплификация раздает. 250 урона, как я обещался, есть у нас. Тля. Ну и успеет на даггере уйти. У тебя же даггер есть. А, это ее, куда? Да, я не успел. О, так это ГГ. Я не успею. Все, 4 секунды стан, ГГ сейчас напихают просто. И Кунка выжил, да? А Кунка выжил. А Кунка выжил. Забыс. Но Леон мне сразу кинул. Кекс. И ГГ. Я Леона не видел. Сори, у меня нету вижена такого, как у Леона там. Джага тоже тут умрет. Ну, 60 сек. Соло дефа сейчас будет. П. Вместе. Надо. Не знаю, Кунка постоянно байтит на что-то. Вот у него аура какая-то, байтерство вот этого у Кунки. Байтит постоянно. Снайпер туда же. Это минус ХГ. Смело. Снайпер тоже сдох. Ну я тоже виноват, я БКБ не нажал. Но я Леона не видел. Извините. Как бы МХ нету у меня Леона видеть там. Так круто было бы, если бы я играл с МХ, и вы такие, ох, нифига, как же ты жестко душишь. Да я и так без МХ могу убивать, в принципе. Пойдет. Линка очень хорошо зашла бы тут, потому что там Леон... Зря кентавр сделал это. Кентавр зря это сделал. Тяжело сейчас будет дефиться, но у них лоу хп у всех. Я сейчас на бустах выйду. Главное, хекс не сек... А, хекс там нету. 300 урона, погнали. Кунка работает, да? Во вторую смену. Леона вот эту штуку даешь. Так куда ты, дорогой? Куда ты, дорогой? Куда? Хорош есть.
Топ надо дефнуть заодно. Крипов убьем. А, Леон моросит. Я, честно, не хочу линку делать. Очень, очень не хочу делать линку, потому что я уже делал. Делал линку. Я вообще лотаром бы закончил эту тему всю сейчас. Лотаром. Почему бы нет? Травела, давайте сначала возьмем. Мне главное и БКБ еще успеть нажать. До станов, до хиксов. В меня просто все влили. Так, 2000 есть. Гунка не понимает, что должна делать пятерка, четверка. У нас нету пулсапа. У нас 4. 4 есть. И все, 2 дефолтных варда и все. Нужно. Вот 2 дефолта, это вот здесь и там поставить, и все, это будет более чем достаточно. Давайте Blade 1 оставим, вдруг Бризу захотим сделать. Blade 1 оставим, возьмем Travel. Погнали. Let's go. Мне главное успеть Black King Boor нажать. Леон, очень... Ох, Дискорд. Но это минус. Это минус, должны не отцепить. Кент нападет еще. Я бегу, я на 522. Кентавра только не отдайте, пожалуйста, пацаны. Хорош, это тоже минус. Радиком попалил его немножко. Хорошо, Лину если зацеплю, будет годно. Вон она. Дурашка. А, ТПшка, крест, крест, ну крест кинь. Стоит АФК. Что это? Ну я не могу это не написать. Вы видели? Кнопка не нажимается. Ой же есть, да? Я возьму. Иду. Кунка про АФК шо. Так, хорошо. БМы, МКБхи. Все у нас есть. Мне главное добраться еще до кого-нибудь. Я ж вообще добежать не могу. Отлично, есть БКБха. Мне Аганим говорит. Нет. Забавный парень на кунке. Так, выфармливаем здесь. Хорошо. Кстати, нормально яйцо сбили. И Лина четко такая вылезла, типа я тебя сейчас задушу. О, вот сюда надо идти. Go. Go. Где Лина? А Лина будет сюда заходить, крипов пофармить? Кентавра хлопнули. Эээ, ты что? Я не успеваю. Да ладно. Ты видел эффект, кстати, но не думал, что... А, блин, надо было вторым пытаться. Но уже, как говорится, после драки кулаками не машут. Оу, щит. Давайте вот так сделаем, ладно, хрен с ним. Но тут шансов нету, я пробью. У меня столько дамаги, что мама не горюй. Хорошо, я БМ нажал. Главное БМ нажать. Лина, давай кастуй. Сюда, да? Вот это кайф, я понимаю. Хорошо. Нет, это я понимаю. Ладно. Пойдет. О, там еще льончик. Клеенчик. БМ нажали, побежали. Опа. Все. Все, выиграно, выиграно. Чисто наша катка. GG. БМ главное нажать под амплификацией в такой ситуации. У нас 2000 хп. Там все подохнут. Вы... Ну вот сейчас вы максимально увидели демонстративно, насколько... Жестко. БМ.
добить ХГшку бы. Так, тебе отхил, пацан. Отхилься. Хорошо. Так, делаем и заходим. Сейчас что-то на АС и Б. Закатится, умрет. Кентавр не сломает. Камбэкнули нормально. Так, чё, Кирасу можно сделать? Кирасу гоу, а чё нет? Мид доломали мы. Го, Аега, в принципе, есть. Лина еще в таверне. Хорошо. Жалко, БМ кончился. Хорошо. Но тут я уже не выживу. Тут я уже не выживу, 100%. Можно куру дропну. Да, много, там много кнопок. БКБ-ху я просадил. И уже все. Все, куру магаз. Пойдет, это еще без снайпера. Пойдет. Можем. Можем. Лину не слили, Леона не слили. Слишком много таргетного урона. Но пойдет в целом, мы молодцы. Несмотря на то, как мы камбэкнули. А мы камбэкнули люто, я вам скажу. Кентавр много сделал. Тут, по сути, кентавр эту катку выиграл. Тем, что он просто хладнокровно фармил. Взял что-то на команду. Вот иногда, честно, вот скажу. Я вот люблю дискуссировать на эту тему. Иногда что-то, когда делаешь для команды, это лузово. Но если в команде есть хотя бы какой-то хороший игрок, то можно все делать на команду. То есть можно выиграть, можно как-то поддушить, можно как-то подыграть. Вот кентавр конкретно так и сделал. Вот я почему-то думаю, не в курсе. Не в курсе он, что типа, ну, я нормально могу отыграть на коре. Но тем не менее он сделал. Сделал всю эту контору. Сделал эту контору, именно сделал все на команду. И помогает, он старается играть в команде. Вот это правильно. Тут не мои подписчики, говорит он. Я фанат твой, МК. Канал. Канал кинь, брат. Лайк поставлю. Ой, же есть. Вот это я фанат Кунки на самом деле. Молодец, много сделал в этой катке. От слова ни хрена он не сделал в этой катке. Он просто... Жесть, ничего Кунка не сделал в этой катке, честно. Вот кто что хочет, говорите, но он реально ни хрена не сделал. Что-то метка, там, торрент корабли, да, дефолтно, но все равно. Все равно. Так, Радик сейчас в помойку скидывать будем. Есть башер почти. Башер это хорошо. Будем к линии подходить и предъявлять за шмот. Как говорится, пояснять. Пояснять за шмот будем. Ну, буреза тут некуда уже. Нужно байбек еще. Там ребята дерутся, да? Пишет Раки. Г. Раки 2х. Амплификацию накидываем. Кто в миду? Лина. Лина хекс делает. А, увидела меня как-то. И крыса. Ну, вот тут не очень хочется стоять. Вот это настоящее. Хорошо. Давай, у меня БМ включен. А, да ладно, 90 хп. Гоу. Жесть. Иди сюда. Тебе отомстил. Тебе отомстил. Я бы им нажал. Он не знает этого. Домой. Блин, вот честно, вот сколько я играю на АБСе. И все-таки БСу не нужны такие артефакты на дамаг, типа там, знаете. Ему нужно вот что-то типа... Вот просто, чтобы не умереть там, знаешь. И кайфовать. И все. Ну, я умер, скорее всего, тут еще раз. А нет, еще живу. Хорошо. Надо уходить отсюда. Тускар.
Нету кнопок, надо уходить. То есть МКБЕ, ну в редких случаях. Что-то на мобильность надо и плюс выживаемость. То есть линка, молния там, вот такое что-то. Нормально там отомстили. Но, кстати, они не дают заходить в стороны к ним. В стороны к ним не дают заходить. На Лину надо ульту вешать. БКБ, не щадить ее. БКБшку просто юзать на нее и все. Сейчас Абиссал доделаем. Радик разберем. Хорошо. Ну, Лина лютая, конечно. Пиздец, потеет пацан. Ну, 10 фрагов у него, но 10 фрагов таких, ну, сложных, нужных. Если честно, я думал, она там сдохнет. Если честно, но она не сдохла. Так, мне чуть-чуть надо до этого. КЗ вместе, бы. Да, пускар там. О, там еще и Лина. Да, по-моему. Я не хочу умирать. О, щит. Ну, 4 секунды, живу еще. Кнопку нажал. О, щит. Не надо, Лина, пожалуйста. У меня нету БМа, я не буду рисковать. Подбайтил, даггер сбил. БМ нажал. Хорошо, джаггер, дорабатывай ее, пожалуйста. Дорабатывай. Она на развороте может любого сейчас убить. Стане, если лагуна есть, это типа... Баш, да ладно! Хорош. А, этот бежит свой палец пихать. Я не видел, честно. Под конец уже увидел. Ну ладно, разменяют Леона, сломают центральную. Жесть. Ой, ужас какой-то. Ну, сейчас джага ему напихает. Напихает ему. Напихает. Крутилка. ГГ. Все, ГГ. Джага много сделал. Джага. Кентавр. Нормально, интересная катка с такого камбэка. Так сказать, с такого насасывания нормальный камбэк. Лина очень жестко. Там кнопки такие, знаете, они стараются еще в меня запихнуть. Ну, в принципе, делают правильно. Делают правильно. Но в целом, интересная игра получилась. Интересная. Кунка затащил. Октарин. Мне кажется, зря Октарин он сделал. Хотя, смотрите, как перехиливается. ХП на месте держит. Против меня хорошая контра. ХП на месте. Кого-то пилит, ХП на месте будет просто. Да. Неплохо, кстати, придумано. Жесть, я так долго буду в таверне сидеть. Но я, наверное, сейчас все-таки башер сделаю. Надо Лину перебивать. Башер. Скорость атаки есть, все есть. Немного не тот билд, да, на эту катку. То есть тут бы зашла бы Линка. Зашла бы, возможно, Манта какая-то. Лотар зашел бы. Но мне нужно было для галочки, для видосика делать дамагерский билд. И иногда это не соответствует. Иногда не соответствует, конечно же, билд. Снайпу дайте. Пусть бьет. Сыр. Сыр еще ребята возьмут. И все. Иногда не соответствует, конечно, но что поделать. Надо же, контент сам по себе не сделает. 25 фрагов надо сделать. Тогда нормально будет. Сейчас пойдем додушивать. Радик разбираем. Хорошо. Radiance Recipe. Таверну. Берем вот так вот. Белт. Все, Abyssal есть. Блейды. Блейды уже, в принципе, нам не нужны. Гоу. Хорошо. Я готов. Мне еще потом можно будет БМ заменить. БМ заменить. Хорошо. Я думал, Лину сейчас можно будет поймать. Ля, Кунка что делает? Браконьерит. Ломаем просто в наглую. Хорошо. Леона поймаем. На раптуру есть. Леончик. О, я начну. В меня отдали. Ой, в меня уже две кнопки сильные отдали. Роур отдали. Лагуну отдали. Это ГГ. Дальше они ничего не сделают. Да, такое. Такое, конечно, отойти.
Сейчас пойдем снова. Лина еще может задушить. Подстаны не попадаться. Абиссо. Есть. Тускар. Хорошо. Снайпер даже еще не сдох. Так, ну 20 фрагов сделали. Нормально. В принципе, топ-фрагер. ГГ катка. Не, это хорошая, ребят. Тут, в принципе, показано, как камбэкнуть в правильной команде. А как в правильной? Я считаю, что тут не все прям овер-жестко хорошо отыграли. Но, в целом, интересная игра получилась. Будет интересно, наверное, вам посмотреть на камбэк, как подкамбэчить в той или иной ситуации. Конкретно в этой катке, ну, нормально закамбэчили, я считаю. Нормально закамбэчили. Хорошо, линочка. Пайбэкнул, чтобы лагуну дать. Ну, молодец, молодец. Ребят, вот такая катка получилась потненькая немножко. И на этом я считаю, что надо закончить этот гайд, так как был уже второй прошлый гайд, вернее, первый. В принципе, теорию я тут хорошо объяснил, добавил хорошую историю героя. Сыграли фановую катку, сыграли дефолтную катку, которую я всегда играю, а именно это первая катка Radiance. Линочка, конечно же, и молния. Я считаю, что это самый оптимальный билд на БС, ребята. На этом я закончу свой гайд. Спасибо всем, кто его посмотрел. Напишите свое мнение, что бы вы еще хотели, может, добавить, что-то увидеть. Не знаю, может, отдельный видосик как-нибудь допишу, поэтому пишите в комментариях. И я думаю, в принципе, без внимания не оставлю вас в комментах. Комменты я всегда читаю. И на этом все, ребятки. Спасибо всем, кто посмотрел гайд. Спасибо всем, кто смотрит, кто поддерживает. Спасибо отдельно моим спонсорам, которые помогают продвигать канал, и всем другим, кто принимает участие, конечно же, в развитии моего канала. Ребятки, на этом все. Всем до скорого. С вами был Ксенос. Давайте, пацаны, не болейте.